эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 декабря 2016 года, среда. По одному из старинных, четвертый день месяца белого сияния и покоя мира, шестица 7525 лета. Почему женщины боятся возраста? Нет, это я не спрашиваю вас, это так называется наша тема. Почему женщины боятся возраста? Докладчицы, авторы, соведущие Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Здравия вам, девушки. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И здравствуйте всей аудитории, которая сейчас уже с нами собралась и, возможно, будет подтягиваться. Всей честной компании. Итак. Да. Что же такое решение-то, что женщины боятся возраста? Я, конечно, не женщина, но я не боюсь возраста. А что это женщины-то боятся? Ну, Алексей, наверное, нам, женщинам, действительно сейчас будет ближе эта тема, и мы будем об этом рассказывать. Давайте, наверное, мы немножечко с Аней представимся, чтобы люди понимали, кто мы, чем мы занимаемся. Давайте. Да, вообще эта тема актуальна. Меня зовут Юлия Ковалева, я являюсь инструктором по гимнастике для лица и различным практикам омоложения, не только лица и организма. Я телеведущая, психолог, косметолог. И, наверное, уже больше 8 лет я делюсь с женщинами, а в последнее время ко мне уже обращаться стали и мужчины, делюсь таким своим опытом, своими знаниями, как в 20 лет, как в 30 лет, как уже где-то за 30 лет, 45 и так далее, оставаться здоровыми, естественно здоровыми, естественно молодыми, естественно красивыми. Что вообще такое естественное здоровье, естественная красота и молодость, то, о чем я рассказываю другим, и то, чем сама увлекаюсь все это время, в чем себя считаю специалистом. Это различные техники самомассажа для лица и организма, это гимнастика для лица. Такая возможность элементарно отвести не только свое тело в фитнес-зал и потренировать его, но и свое лицо для того, чтобы оно оставалось красивым, подтянутым и радовало глаз в зеркале. Но прежде всего это, естественно, актуально для женщин. Ну и многие другие здоровые привычки, такие как режим сна, техники расслабления, закаливания, очищения организма. В общем, вот все-все-все, что является составляющими нашего такого совершенно естественного отношение к себе, к своему организму, и что помогает в любом совершенно возрасте внутренне себя ощущать качественно, как следствие молодо, здорово, и это отражается, естественно, внешне. Добрый вечер, меня зовут Анна Акчурина, я гештальт-терапевт, психолог, занимаюсь уже более 10 лет частной практикой, веду авторские тренинги, обучающие программы, в том числе выездные. И эта тема, она актуальна, потому что, ну, занимаясь работой с большим количеством женщин, очень часто сталкиваюсь с их страхом и тревогой, и с их повышенной тревожностью, заботой о внешней красоте, в которую они очень много вкладывают сил, времени, денег. Но очень мало заботятся как раз-таки о том, что происходит с ними внутри. И работая с ними, в том числе долгосрочной работы, я вижу, как они меняются. И когда они приходят в гармонию, баланс и прорабатывают ту боль, которая у них есть внутри, какая красота на самом деле у них раскрывается. И об этом как раз мы хотим рассказать с Юлей, соединяя психологические аспекты данного вопроса и телесные, потому что мы единый организм, целостный, и мы не можем существовать отдельно. Угу. Соединим, так сказать, психику с соматикой, да? Да, да. Я тоже вот хочу сказать, да, что на протяжении определенного времени ко мне обращаются, естественно, по большей части женщины. И мое наблюдение, что женщины приходят не для того, чтобы поддержать себя, не для того, чтобы как-то усилить свою естественность. Все то, чем их наделила природа, ну, самых первых мгновений рождения, появления в этом мире, а приходят для того, чтобы каким-либо образом изменить себя. Это причем и молоденькие девочки, которым там еще даже иногда 25 лет,
нет. Кто-то недоволен, как выглядят глаза, кто-то недоволен, там, что нос очень большой, кто-то хочет сделать более пухлыми свои губы, это все гимнастика позволяет сделать, но тем не менее они приходят за такими именно изменениями. Это относится и к женщинам, которые, конечно, уже достигли, так скажем, такого страшного слова, там, какого-то определенного возрастного порога. Там вообще желание перекроить себя полностью, сделать все возможное, чтобы только там, та цифра, которую демонстрирует паспорт, она не соответствовала, как-то не совпадала с какой-то своей, ну, какой-то внешностью, той, которую женщина несет в мир. И вообще у нас в обществе сложилось, так, наверное, считается дурным тоном женщине, которой лет 30, спрашивать о том, сколько ей лет, какой возраст у нее настоящий. Я в своей практике наблюдаю интересный момент в том, что приходит красивая женщина, причем это независимо какой-то возраст. Это может девушка в подростковом возрасте, молодая девушка, или это действительно женщина уже более зрелого возраста, но у всех у них прослеживается одна и та же черта. Они категорически не принимают свою внешность, хотя они выглядят действительно красивыми. Но, глядя на себя в зеркало, все они в один голос кричат: «Я страшно. Я себе не нравлюсь». И это могут быть разные моменты как телесного, но это, видимо, только им. И ну, это, правда, вызывает очень много удивления, видя перед собой действительно даже очень часто красивых женщин, но они внутренне ощущают, что они просто страшны. Вот, собственно, вот эти вот все такие наблюдения личные нас как-то с Аней сподвигли обратиться к этому вопросу, почему женщины боятся старости, и это то, о чем мы сегодня хотим поговорить с точки зрения психологии, почему это случается, как из совершенно там красивой, свежей девочки, взрослее женщина начинает бояться своего отражения в зеркале. Мы бы хотели поговорить сегодня о том, какими ресурсами женщина обладает в разные годы своей жизни. Ну и, конечно же, о том, как ухаживать за своим лицом, вне зависимости от возраста, ну и учитывая какие-то особенности уже взрослые. Вот об этом и будет сегодня наш разговор. Замечательно, замечательно. Так представляю себе, приходит девочка 14 лет, такая с косичками, и говорит: «Я такая старая, у меня аж прыщики появились на лице, да, сделать что-нибудь». А в ответ ей так: «Анна, а потому что нельзя быть красивой такой». Вот так вот терапия. Удивительно, часто они как раз таки приходят, что внешне уже девушка, которая формируется, она полна красоты и естественности, но она начинает рисовать безумно какие-то брови, начинает яркий макияж, губы, превращаться из молоденькой девушки в женщину, которой уже 20-25 лет. И это пугает, потому что ведь так ее начинают воспринимать, и она дает такое послание к тому, как с ней обращаться. И потом очень много женщин оказываются травмированы насилием из-за этого и не понимают, почему это с ними происходит. Это как в одном анекдоте: «Девушка, где вас, на какой панели учили так лицо рисовать, да?» Да. Вот это вот внешнее какое-то стремление соответствовать определенным стандартам, оно очень сильно насаждается, наверное, ну вот всем каким-то миром, который формирует внутреннюю девочку, ну, кроме семьи, кроме родительской атмосферы. Это и там кинематограф, большие экраны, это и телевидение, и то, что у нас в интернете сейчас в общем доступе, глянцевые журналы со страниц, которые смотрят там женщины с идеальной ровной кожей, вне зависимости от их возраста. И там, когда девочка листает молоденькая этот журнал, она не задумывается о том, что эта женщина получает за это деньги, за рекламу той или иной продукции, тех или иных процедур. И то, что там потрудился не один десяток специалистов для того, чтобы она выглядела со страниц, она начинает пытаться соответствовать этому. Вот интересное такое очень для себя открытие сделала. Не так давно смотрела документальный фильм, в котором рассказывалось о мире моды и о том вообще, как женщина формируется
вот во всей вот этой вот атмосфере. И ну, режиссеры фильма, ведущие фильма, они обратили внимание, что, собственно, весь мир моды, ну, королями мира моды, вот, не оговариваясь именно королями, являются мужчины, не просто мужчины, а, как правило, мужчины нетрадиционной ориентации. Ну что ж такое-то? То Юля начала с того, что к ней уже мальчики-то 20-летние обращаются. То теперь мы про нетрадиционных прошли говорить. Да, но дело в том, что вот эти вот самые мужчины, которые формируют мир моды, естественно, как люди творческие, им нужно вдохновение, нужна какая-то муза, и точно уж это не девочки, не девушки. Поэтому у нас на подиум и выводятся такие абсолютно какие-то бесполые существа, лишённые женственных форм, и женщины, глядя вот на этот вот стереотип ужасный, который сформирован, они тоже начинают себя истязать диетами, пытаются копировать внешние какие-то атрибуты, как им кажется, очень успешного образа жизни. И это, ну, очень большое значение имеет, к сожалению, вот, накладывая отпечаток еще на какие-то вещи, с которыми уже психологически встречаются девочки. Жуткие, скажу вам, истории рассказывайте. Ну, каков век, да? Такие нравы, да. Сначала. Ну, ладно, ладно, давайте уж развивайте тему про то, как корабли бороздят просторы Большого театра. Давайте. С чего начнем? Ну, начнем, наверное, да, с того, Ань, как вообще девочка, с чем девочка приходит в этот мир и с чем психологически в семье она сталкивается, почему она потом из нее выходит с какими-то такими вещами, которые, ну, которые заставляют ее стесняться себя, стесняться своей естественности, прятаться за макияжем, за прическами какими-то неестественными зачастую, за одеждой, не предъявляя себя абсолютно. Да, конечно, самый такой основной момент, который оказывает такое сильное влияние на формирование в дальнейшем женской внешности и проявления себя в мире, конечно, все-таки это будет семья. И то, какая мама находится рядом с девочкой. Очень многое девочки несут из того, что им передают мамы, как они о них заботятся. К сожалению, сейчас это утраченные такие знания, чтобы женщины передавали и заботились о том воспитании на самом деле женском. И, к сожалению, мамы сами живут в этом шаблонном стереотипе и гонятся о том, чтобы внешне себя подогнать под какие-то стандарты. И тем самым, когда появляется девочка, мама начинает ее также вкладывать в определенную схему, шаблон, который существует у нее внутри, транслируя ей о том, какой она должна быть, что она должна носить, как одеваться, как не одеваться, заботясь скорее о здоровье. Там как-то часто, да, сначала начинается, чтобы было тепло, укутано, а сейчас накормлено. То есть изначально эмоциональные потребности у ребенка часто игнорируются, а в дальнейшем это перетекает в то, что вообще ребенок ставится. Ну, то есть вот это ты будешь одевать, это ты не будешь одевать. Или уже совершенно на самотек пускается, когда девушка, ну, становится подростком, когда она начинает проявлять подростковый бунт, то мамы вообще отходят в сторону и совершенно не вкладываются тогда, опять же, не оказываются. То есть сначала их очень много, и они… еще такой важный момент, который влияет, это то, как мама сама заботится о себе и как себя чувствует. Вот то волнение, эмоциональное ощущение себя женщины, которую она испытывает, она передает. И как бы она ни старалась одеть свою девочку красиво и нарядно, но внутри, ощущая себя дискомфортно и не чувствуя себя женщиной, ее девочка продолжает в мир транслировать это ощущение, что она некрасива. Или если мама живет внутри с депрессивным ощущением, что она как серая мышь, то девочка ее также проявлять начинает. Или есть другая крайность, то, что мать в себе подавляет какие тенденции, будь то агрессивные, будь то сексуальные, то ее девочка начинает гипертранслировать их в мир, то есть соединяя их со своей частью. Угу.
Вот. И в дальнейшем, конечно, кроме, как уже мы сказали о том, что большое влияние оказывает и то социальное окружение, которое у нас в рекламах транслируется, те образы, когда, если зайти в класс, да, девочек, подростков, то вы, правда, увидите уже очень взрослых женщин, сидящих перед вами, которые, с одной стороны, это действительно то время, когда они хотят себя выразить, но когда с ними рядом не оказывается человек, который может подсказать, как это грамотно сделать, а это должна быть мать, как правило, и отец, то девочки оказываются в растерянности, и они начинают искать, конечно, в какой аудитории у своих сверстников. Это интернет, это фильмы, это книги, в которых, к сожалению, закладываются определенные стереотипы, в том числе телесного проявления. И это очень большая беда, на самом деле, с дискомфортным телесным. Очень сильно они сталкиваются и не могут найти, какие они, как они нравятся, как они не нравятся. То есть у них нет никакой опоры на себя, и их близкое окружение им не может дать ответ, и их окружение более далекое, там их подруг, друзей, оно тоже ложное оказывается, потому что они уже, ну, в других ориентирах живут. Очень много тратится на внешние атрибуты, там телефоны, какие у них будут, да, там на вот гаджеты, но абсолютно игнорируется процесс эмоциональности и чувственности ощущением себя. Нет принятия ребенка такой, какой он есть. И это одна из ключевых проблем, которая будет скрываться у женщин, которые боятся своего возраста. У них просто глобальное, тотальное непринятие себя и страх отвержения. Страшно, что если они появятся такие, какие они есть, то их никто не примет. Что нужно обязательно как-то определенно себя накрасить, определенно что-то одеть, и тогда они будут приняты. И они на вот это внешнее опираются очень много, и в какой-то момент просто даже забывают, а какие они. И находятся и уже во взрослом возрасте, когда приходят женщины на консультации, когда я задаю вопрос: а как вы себя ощущаете как женщина? Что вы чувствуете? Удивительно, но я очень редко слышу ответ, что женщины говорят: я чувствую себя женщиной. Чаще всего они чувствуют себя либо девочкой, либо оно, либо мальчиком, либо они говорят: я вообще ничего не чувствую. И вот так живут очень много-много лет, опираясь на внешнее. И тут вот Аню поддержу, и думаю, что она тоже сейчас со мной согласится, что как-то у нас считается, что мужчинам не принято проявлять свои чувства, свои эмоции прилюдно. А в действительности тоже то, что приходится наблюдать, это то, что женщины очень сильно сдерживают свои чувства, а как раз-таки вот это вот сдерживание своих чувств, своих эмоций, которые на самом-то деле никуда не исчезают, потому что женщина их внутри проживает, просто не выражая их, не выражая их телом, не выражая их мимикой, не выражая, ну, там, голосом, через слезы зачастую. Это все концентрируется внутри и на уровне уже физиологическом начинает накапливаться в виде всевозможных мышечных зажимов, в виде изменений в мышечной системе и в других тоже, в том числе органах. И вот следствием вот таких вот вещей, глубоко эмоциональных, потом и становятся такие ранние признаки старения. Женщины бывают там еще и 25 лет, нет, ну, девушки, да, еще сложно назвать даже женщины сформированные, а вид уже очень такой пожитый, с кожей, которая, но лишена вот этого вот такого естественного, такого молодого света изнутри откуда-то. Кожа уже не очень гладкая, какие-то первые морщинки, которые проявляются на такой вот измененной коже. И получается, что вот эти вот внутренние причины, психологические причины, эмоциональное непроживание себе, непозволение себя выражать и предъявлять, даже зачастую со своими близкими людьми, очень сильно отражается внешне. И потом с теми уже женщинами, которые ко мне приходят на консультации, на работу, мы, собственно, начинаем вот это вот работать с этими, пытаясь выяснить, что лежит за этими морщинками, складочками, которые проявлены на личике, и пытаемся уже это менять потом.
Да, конечно, с этим согласна, и это очень сильно. Есть такое понятие, как ретрофлексия, когда мы сдерживаем как раз свои чувства, не проявляем их. Удивительно, но женщины не умеют выражать злость. Они, как правило, обижаются или плачут, или уже выражают гнев. Но злиться для того, чтобы отказывать, для того, чтобы просить, это очень сложно. И сдержанная злость идет в разрушение очень сильно тела. Но не только злость. Вообще любые подавленные чувства и сдержанные внутри, они начинают как раз-таки проявляться в такой... Ну, несколько есть вариантов, как это будет проявляться. Есть люди, которые, знаете, вы можете даже так представить, в своем окружении видели. Люди, которые, как вот Юля сказала, как будто они, ну, возраст их моложе, а глядя на них, ты дал бы намного возраст больше. Ну, тогда рано постаревшие, как я их называю, люди. Есть другая категория людей, которые как застывшие куклы. То есть вы смотрите, а у людей, ну, не от того, что они себе на самом деле там ботокс вкололи, а просто застывшее определенное выражение лица. И оно не двигается, то есть они вот замерли в определенном возрасте. Как правило, это будут очень глубоко травмированные в детстве девочки и пережившие очень большое количество насилия и отвержения, которое у них было. И они застывают. Еще такого же склада женщины-русалки. Они очень красивые, они манят мужчин и привлекают, но понаходившись рядом с ними, вы начинаете чувствовать холод и пустоту. А потому что внутри, кроме боли, у них ничего нет. И вот за вот этим макияжем и фарфоровой иногда даже такой красотой больше ничего не скрывается. И, как правило, от этих женщин уходят. И они не понимают, что ну вот я же красива, все хорошо, почему я одна? Да? И вот этот как раз-таки страх одиночества — это тоже одна из таких важных причин, которая скрывается в том, что женщины очень сильно начинают вкладывать в то, чтобы не принять свой возраст. Они пытаются игнорировать и говорить, да, там чаще всего, что «а мне теперь всегда 18», как бы не соглашаясь с тем, что вот пришел другой период жизни, и в нем есть что-то тоже важное. Вот важное и в эмоциональной жизни тоже. В разные периоды у женщины меняется эмоциональное состояние, и важно что-то отпускать. Отпускать, переживать, отпускать то, что ушло, отпускать те разочарования, обиды. А женщины продолжают их, ну, внутри накапливать и принимать то, что приходит. В каждый возраст женщины как раз-таки наполнен, ну, разными ресурсными вещами. Вот. Еще один из таких типов женщин — это непробиваемые такие железные леди, которые, у которых также, ну, часто там будет даже скрываться зависимости, либо наркотическая, либо алкогольные зависимости, но чаще всего даже наркотические зависимости, когда женщины становятся очень жесткими, и у них такая бледная красота, но они также не могут контактировать. То есть вот настолько нарушен контакт с собой, своим телом, со своими чувствами, что человек начинает функционировать из ряда «как должно быть», да? И не опирается на контакт с собой, на то, какой он есть, как он хочет жить, проявлять себя в мире, какие вообще потребности у него есть, его личные, не те, которые ему протранслировали родители, социум, а что он сам хочет. Когда этот вопрос, вот два вопроса, которые очень сильно волнуют и нервируют иногда моих клиентов, когда я им задаю вопрос, что вам хочется, что вы хотите, и от жизни в том числе, вызывает растерянность, что вы чувствуете, они не могут дать, и говорят, а что вообще я должен в этот момент чувствовать? И это очень сильно находит отражение вот во внешнем виде, в том, что человек начинает очень много накладывать на себя, ну, как правило, женщины стараются именно это скрыть,
и за таким внешним уходом такие две части, да, это маскировка, защита, не показать, какая я есть на самом деле, или это вторая, это так привлечь внимание, чтобы заглушить и доказать, что я не одинока, чтобы выигрывать конкуренцию, вот. Ну и, конечно, такой, ну, последний, одной из ведущих причин, конечно, которая будет скрываться за этим, это свойственно всем нам людям, это базовый страх смерти, который каждый период жизни, когда мы утрачиваем что-то, мы соприкасаемся, а женщины чувствуют это острее, ну, и больше всего. И соприкасаясь с этим, так как, опять же, в нашей культуре, к сожалению, это утрачивается и не находит поддержки в обществе, в том, что об этом табуировано говорить, об этом боятся разговаривать, и люди просто убегают, думая о том, что деньги, власть, контроль, напряжение за собой их спасет. Но это не так. Да, и вот эти вот все, вот, ну, как вот эта вот вся совокупность нюансов, которыми, собственно, человек оказывается в мире, общается с другими людьми, там, выходит на работу, но в любом случае ведет какой-то определенный социальный образ жизни, вместо того, чтобы какую-то помощь оказывали различные структуры, собственно, они скорее поддерживают состояние, это женское, огромное там количество всевозможных индустрий, они на этом зарабатывают деньги, вот на поддержание вот этого вот какого-то внутреннего ощущения женского несовершенства. Там, если бы сейчас понаблюдать за тем, что творится, я думаю, вот не только у нас в городе это наблюдая, но, наверное, по России в целом, какое количество сейчас аптек открывается, да? Так называемая индустрия псевдоздоровья, которая не говорит, если у вас там, допустим, проблема какая-то с кишечником, вам не говорят почистить его, не предлагают обратить внимание на то, что вы кушаете, в каком количестве, достаточно ли вы воды пьете, чтобы ваш кишечник как орган выделения справлялся с тем, чтобы самоочищаться. А вам предлагают всевозможные лекарственные препараты, которые просто снимают симптомы, да, не убирая главную причину. Это ведь то же самое, как, я не знаю, там, допустим, пытаться избавиться от сорняков, просто срезая только головки этих сорняков, оставляя корневую систему. Вот, собственно, вот эта вот индустрия здоровья, она развивается очень активно, ну, скорее поддерживая то, чтобы люди сохраняли свое нездоровье. И то же самое творится в таком, в кавычках, мире, в такой мире красоты, когда огромное количество производителей всевозможной косметики, маскирующих средств, там, тональных средств, пудры, которые предлагают женщинам все это на себя наносить для того, чтобы скрыть определенные недостатки, которые женщина видит, допустим, глядя на себя в зеркало, какие-то прыщики, какие-то морщинки, складочки у кого-то уже более глубокие, им предлагают это скрыть, замазать, опять-таки не обращая внимания на то, что за этим стоит. А вот, как бы говоря про ту тему, которой я занимаюсь, за любыми внешними изменениями, там, это могут быть морщины, это могут быть складки, это могут быть изменения в овале лица, какие-то отечность на лице, которую наблюдать можно, причем даже и в молодом возрасте. Вот за всем вот этим вот внешним, то, что мы видим в своем зеркале, стоят внутренние глубокие причины. Это изменения в мышечной системе, это изменения в мягких тканях, которые происходят, в костной системе. Но опять-таки нам об этом никто не говорит. Нас не обучают с самого детства, то, что наш организм, он вообще совершенно гениальная, такая абсолютно автономная система. Он наделен всеми инструментами, которые могут поддерживать нас с вами в функциональном состоянии до, собственно, глубоких-глубоких лет, ну, собственно, в течение всей нашей с вами жизни. У нас возможность клеток делиться и обновляться бесконечно. У нас есть иммунная система, которая поддерживает наш иммунитет и которая таким является самым главным антиоксидантом. Это не кремы, да? Это вот наш иммунитет. У нас есть с вами лимфатическая система, которая отвечает за очищение организма, за выведение шлаков, которые попадают внутрь. Нас не учат поддерживать эти инструменты на должном уровне, уделять им внимание для того, чтобы очень-очень долгие годы сохранять
не только здоровье свое, но и внешность свою красивую, молодой, свежий, как я уже говорила, светящийся изнутри. И поэтому вот сейчас Аня будет, скорее всего, говорить о том, что может быть делать с точки зрения психологии, на что обращать внимание, чтобы не допустить таких моментов, либо что делать уже тем женщинам, которые с этим сталкиваются, ну хотя бы какие-то такие сос-советы. А я скажу, каким образом можно ухаживать за собой, независимо от того, в каком вы возрасте находитесь. Любой уход за собой, ну, сейчас, конечно же, я обращаюсь прежде всего к женщинам, потому что тема у нас все же женская, включает в себя прежде всего это поддержание своей мышечной системы, своей лимфатической системы. И это любые виды активности, это любые прогулки на свежем воздухе, это возможность организма дышать глубоко нормальным кислородом, а не зашлакованным воздухом, который у нас присутствует в городах. И вот, вот такая вот возможность, такая активность, она обеспечит коже гладкость, тонусность, свежесть и чистоту. Что нужно нашей коже с вами? Ну, собственно, то же, что нужно нашему организму в целом. Ну, первое, без чего человек не сможет долго существовать, это воздух. Второе — это вода. Ну и на третьем месте уже находится питание. Вот эти вот три составляющие необходимы и нашей с вами коже. Для того, чтобы она глубоко дышала, потому что наша кожа через поры, она тоже пропускает кислород, ее нужно очищать. Для того, чтобы кожа у нас оставалась молодой и тонусной, ее нужно поить, то есть увлажнять. Ну и, конечно же, ее нужно питать витаминами и различными всевозможными полезными вещами, в том числе и кислородом. И прежде всего это нужно делать изнутри, потому что на 80% наша с вами кожа питается из плазмы крови. Это здоровые капилляры, которые являются поставщиками к коже питательных веществ, кислорода. И от их состояния, собственно, зависит то, как внешне выглядит кожа. И лишь 10% — это внешний уход за собой. А у нас получается картинка наоборот. У нас, если мы видим на своем лице прыщики, там, да, если мы видим отеки либо морщинки, ранние либо уже глубокие, нас с вами призывают купить дорогостоящие кремы, вмазать его в кожу и получить какой-то эффект. Все это, естественно, огромнейшая ложь, потому что если у вас мышечная система не в порядке, если у вас загрязнена лимфатическая система, то все процессы внутри, они нарушены. И ни о каком внешнем омоложении, если вот это слово употреблять в данной ситуации, не может быть и речи. Поэтому, собственно, воздух, пища и вода нужны как нашему организму, так и нашей с вами коже. И увлажнять кожу, тоже очень часто сталкиваюсь с таким женским заблуждением. Они считают, что увлажнять кожу нужно прежде всего летом. Это заблуждение. Наша кожа нуждается в увлажнении в течение всех четырех сезонов, и особенно сейчас, зимой, потому что мы с вами очень большое количество времени зимой, ну, большинство из нас, проводят в помещениях с искусственным отоплением. Воздух пересушен, пересушивается очень, как следствие, сильно кожа. Мы с вами, выходя из теплого помещения, попадаем на мороз. У нас тоже получается такой контраст очень температурный, на который тоже кожа реагирует. И поэтому она тоже нуждается в поддержке в это время года. И, как я уже говорила, увлажнять кожу в первую очередь нужно изнутри, и нужно пить как можно больше водички. Существует норма употребления воды, если нет каких-то противопоказаний по здоровью, если там почки справляются хорошо с выводом воды. 30 мл чистой воды на килограмм веса. И это именно чистая вода. Сюда не относятся никакие морсы, никакие домашние лимонады, никакие чаи. Это именно чистая вода, с которой вообще идеально начинать свое утро, потому что, собственно, вода — это самый главный и самый первый очиститель нашего кишечника. А что такое для нас кишечник? В кишечнике находится 80% иммунных клеток. От состояния чистоты кишечника зависит наш с вами иммунитет. И, собственно, то, насколько чистый кишечник, настолько чистая ваша кожа будет внешне. Поэтому вода, еще раз вода.
И водичку тоже скажу несколько рекомендаций. Лучше всего употреблять в теплом виде, ну, чистую воду, не кипяченую, просто ее подогреть естественным способом, положив бутылочку на батарею, либо на водяной бане подержать немножечко, потому что наш организм лучше воспринимает теплую воду, он ее быстрее впитывает. Ну и тоже такое общее правило: вода пьется за 30 минут до любого приема пищи и спустя 1,5-2 часа после того, как мы покушали, потому что вода — это совершенно отдельный прием, ее не нужно смешивать ни с какими продуктами. И если есть склонность к отечности, если вы наблюдаете, что утром, либо наоборот к вечеру ваша кожа начинает отекать, то я бы рекомендовала воду употреблять до 5 вечера, потому что после 17:00 наши почки уже не активны, и они плохо справляются с выведением лишней водички. Поэтому если вот такое правило для себя взять, ну, как бы здесь оговорку сделаю, если после 17:00 вы занимаетесь каким-то активным спортом, активную физическую нагрузку себе свой режим включайте, тогда пить воду нужно, конечно же, и в это время. Но если после 5 вечера у вас жизнь больше такая склонная к отдыху, к расслаблению, то лучше всего до этого времени включать в свой режим воду. Ну и, конечно же, еще такой важный момент – это очищение и питание организма. Ну, чуть-чуть позже расскажу о том, как можно ухаживать за возрастной кожей. А сейчас, наверное, вот Ане передам слово, чтобы она рассказала, как здесь с точки зрения психологии подходить к тем проблемам, которые мы обозначили выше. Ты пока рассказывала, я вспомнила клиентов некоторых вообще ситуаций, когда люди идут на телесные преобразования, то есть пластические операции, вмешательства хирургические, вот к вопросу о косметологических вот этих процедурах. И я наблюдала такие, ну, правда, пугающие моменты, когда люди, то есть то, что наше тело набрало, то, что наше тело как-то выглядит, это есть, как мы уже говорили выше, отражение некого внутреннего мира нашего, что у нас внутри происходит. И часто люди очень легко хотят от этого избавиться, думая о том, что сейчас они здесь отрежут, и та боль, которая скрывалась в теле, она пройдет. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, в итоге тело, оно настолько грамотное и знает, почему там или иначе вот сейчас болит, а сейчас что-то лишнее, а сейчас что-то вот именно в таком виде, и это нас защищает, это, ну, тело заботливое, и оно от чего-то помогает нам с чем-то справляться. Когда тело меняют вот таким насильственным путем, то у человека происходит сильнейший стресс, сильнейшее нарушение его функционирования, и он не может адаптироваться. То есть та боль, от которой он прятался за телесными вот разными моментами, она его очень сильно накрывает. И вот это неосознание и непринятие себя тогда, оно не помогает принять себя вот вновь, уже, казалось бы, вот достигли того, что хотели. Подтянули грудь, не знаю, убрали морщины с лица, убрали живот, но внутренние проблемы остались, и, глядя в зеркало, людям становится больнее. Они чувствуют, как будто они потеряли что-то очень важное, ценное, и пережить это им бывает очень тяжело. И об этом, правда, я не знаю, может быть, там в каких-то городах уже к этому подошли и готовят людей, рассказывают, или проводится какая-то послеоперационная работа действительно. Но очень много случаев я работаю по скайпу с людьми из разных городов, и этого, к сожалению, не проводится. Людей даже не предупреждают о том, что у них будут колоссальные эмоциональные перегрузки и проблемы с непринятием себя. И, конечно, из того, ну, что можно порекомендовать? Вообще важно замедлиться. Для начала прислушаться к себе, начать вообще контактировать со своим телом, задавать себе вопрос, как я себя чувствую. Людям, которые этот вопрос себе не задают очень давно, давно-давно, я рекомендую себе на будильник завести
звонок, который будет каждый час им напоминать этот вопрос, и чтобы они начали его задавать, возможно, даже завели блокнот и отвечали. Есть, можно в интернете распечатать там дневник чувств, чтобы посмотреть, какой диапазон на самом деле разных чувств у нас есть, и понаблюдать за собой на протяжении хотя бы нескольких недель. Вы увидите, что вы живете, как правило, на диапазоне пиковых переживаний, как негативных, так и позитивных. А мажорных таких нежных переживаний, от которых качество жизни, как раз-таки присутствие мы переживаем, у нас заблокировано. И важно начать это замечать, восстанавливать, задавать этот вопрос, чего я хочу, что я чувствую, как я живу, что я делаю и как я вообще организую свою жизнь, что вот это со мной происходит, что вот сейчас вот так я ощущаю себя в этом мире. Дальнейшее важное, и вот то, что Юля говорит, это, конечно, обратиться к телу и заняться его очищением. Но это уже Юля, да, будет еще подробнее об этом говорить. Важный момент, который бы я рекомендовала, это вообще подумать, какие вы. Что такое быть собой? Что из того, что вам хочется проявлять в мире, вы сдерживаете? Какую себя, какого вы себя вы не показываете? И на самом деле это очень интересные и очень красивые оказываются люди и во внешнем проявлении потом в том числе. У женщин это будет часто выявляться в том, что они будут становиться женственнее, нежнее, теплее. И, наконец, могут, вот если просто начать задать себе вопрос, какая я, и я хочу быть собой, что это значит, да? В этом не всегда можно разобраться самостоятельно, но очень многое, если сделать для себя, если хотя бы правильные вопросы о своей жизни и про себя задавать, очень многое можно развернуть. Дальше у женщин и у мужчин в том числе, но у женщин это, наверное, более сильно проявлено, это запрет на получение удовольствий, на невозможность быть расслабленной и доверять жизни, доверять себе, доверять своим мужьям, мужчинам. И это важно заметить. Важно заметить и начинать потихонечку, по чуть-чуть на самом деле заниматься. Но тут будет такой контекст соединять. И телесные, это в этом плане хорошо работают телесные терапевты, когда через там психологические телесные блоки выходят в том числе эмоциональные блоки, и тело становится плавным, уходит надрыв, уходит такая изрезанность движений, становится мягкость, появляется у людей и ощущение себя, в том числе через телесный контакт. Дальше, что можно еще здесь добавить? И, конечно, если вы знаете о том, что у вас прожито или, наоборот, прошли большие кризисы, или было достаточно сложное детство, травмированное, то и в дальнейший период, когда мы не можем там сделать так, чтобы жизнь перестала, там стрессы перестали происходить, кризисы, они будут, они есть в каждом периоде. И важно уделять прям, это знаете, вот как мы к стоматологам ходим для того, чтобы поддерживать зубы, да, здоровье зубов, так и душе важно это очищение для того, чтобы женщина могла проплакать, плакать, отпустить какой-то период своей жизни или проститься с тем, кого она отпустила или кто ушел. Вот дать возможность грустить, печалиться и оплакивать некие состояние даже внутри женщине очень важно. Но женщины часто себя стараются держать очень сильными и в напряжении в этот момент. Важно делать выдох и говорить, что да, сейчас мне столько-то лет, сейчас да, у меня там выросли дети, или у меня там вот сложилась такая-то ситуация семейная. Начать не избегать. Вот это очень важно. Не отрицать того, что в моей жизни происходит, не избегать этого, а начинать на это смотреть. Через некоторое время, когда вы сможете смотреть, через следующий момент пойдут слезы, потом и будет сначала больно. Следующий момент — это появится грусть. И
грусть будет говорить о том, что вы расстаетесь с важным, но у вас есть тепло воспоминаний. И вот в этот момент на самом деле будут в том числе происходить качественные телесные изменения, и это будет заметно окружению и близкому, и людей, которые там на работе, коллеги, сотрудники, дальние родственники, ну, с которыми вы будете пересекаться, они будут говорить о том, что о, как-то ты поменялась. И, конечно, это заботится об отдыхе, и вернусь к моменту про удовольствие, это заботится о том, что вам действительно приносит радость. Не потому, что это модно, не потому, что это надо, не потому, что это востребовано и это звучит красиво, а потому, что это вам нравится. И действительно составлять эти списки желаний, или, как мои клиенты называют, списки хотелок, и начать их реализовывать потихонечку, с радостью, удовольствием, и это будет влиять на весь организм в целом. И, конечно, у нас самочувствие психологическое в том числе. Так как женщина в очень ритме напряженном живет, мужчины тоже, да, но так как мы сейчас больше говорим про женщин, вот в этом напряженном ритме это тоже очень сильно сказывается на ее телесном проявлении. Особенно, когда женщина начинает занимать руководящие посты, когда она активно начинает зарабатывать деньги. И именно там, чтобы прокормить семью, она также телесно меняется. В ней меняются такие внутренние процессы, когда она чувствует себя мужчиной. Это не может не отражаться. И я бы здесь рекомендовала вспомнить женщинам, что они женщины, и увидеть, что рядом с ними мужчины. И те мужчины, которые с ними есть, они на самом деле замечательные и хорошие. И если они смогут им доверять, опираться, то они удивятся, насколько раскроются в том числе их партнерские отношения. Ну вот, наверное, вот так. И тут я Аню очень хочу поддержать в теме расслабления и удовольствие, собственно, то, с чего мы начинаем работать с любой женщиной, которая приходит ко мне на консультацию, на обучение, приходит с какими-то внешними задачами, там, омолодить свою кожу, либо поддержать ее на будущее, мы начинаем расслабляться. Потому что, как я уже говорила, да, что внешне, то, что отражается внешне, имеет внутреннюю причину. Так вот, причиной любой морщинки, которая у нас проявляется на лице, которое углубляется с годами, связано с тем, что у нас перенапрягаются мышцы. Мышцы лица у нас отличаются немного от мышц нашего тела. Если мышцы тела крепятся с обеими концами к косточкам и приводят в движение различные части тела, то мышцы лица, они более такие, ну, изящные, назовем их. И они одной своей частью крепятся к косточке, а другой частью к коже. Когда мы совершаем абсолютно любую мимическую реакцию, там улыбаемся, хмуримся, дуемся, плачем, вот что бы мы ни делали, мышца, она укорачивается в размере, утягивает за собой кожу. Потом, когда мы пережили эту эмоцию, мышца расслабляется, кожа разглаживается. И здесь действительно ключевое слово «расслабляется», потому что если хронически не давать возможность мышце расслабляться, если хмурить лоб изо дня в день, из года в год, если зажимать зубы, сдерживая какие-то эмоции, там, морщить брови, тоже какие-то эмоции, не давая возможности проживаться, то мышца, она спазмируется и приходит вот в такое укороченное состояние, уже не раз, как бы не приходя в свое изначальное состояние. Она теряет свою первоначальную длину и, утягивая за собой кожу, ну, практически навечно, такое слово сейчас употреблю, фиксирует морщинку на лице. То есть то, что женщина видит, даже когда она в расслабленном состоянии, у нее на лице проявляются глубокие морщины и складки. Так вот, для того, чтобы эти морщинки стереть со своего лица, нужно расслабить мышцы, то, чем мы и занимаемся. И поэтому такой номер один в уходе за собой женщинам где-то после 25 лет, что нужно делать, это учиться расслаблять, в том числе расслаблять свое лицо различными техниками массажа и самомассажа, которые направлены именно на расслабление напряженных зон, а они очень просто прощупываются
На лице, если вы возьмете там костяшками пальчиков, просто продавите свой лоб, область под глазами, область скул, область там, где у нас соединяется верхняя и нижняя челюсти, вы наверняка почувствуете, как у вас тело откликается боли. Вот эти вот болезненные участки, перенапряженные участки, они и говорят с нами языком боли, они говорят нам, сообщают, что в этих местах какие-то уже есть нелады с нашими мышцами, и нужно их расслабить. И когда вы начинаете расслабляться, ваша личика начинает разглаживаться, и это точно приносит большое удовольствие, когда мы и внутренне начинаем расслабляться, и видим такие изменения на своем лице внешние. Но мы начали говорить сегодня с маленьких девочек, да, потому что, собственно, корень всех проблем в детстве находится, и вот эти психологические вещи, они тоже формируются с самого детства. И поэтому тоже хочу обратить внимание, как бы, что нужно делать в уходе за собой девочкам, которые уже приближаются к подростковому возрасту. Потому что именно в этом возрасте формируются основы, формируется то самое удовольствие от ухода за собой женщины. Абсолютное мое убеждение, что женщина, которая за собой ухаживает, это не просто какое-то механическое действие, это действительно ритуал женский. Это то, что приносит удовольствие внутреннее, это то, что способствует на гормональном уровне выделению эндорфинов. И поэтому очень важно, чтобы это было заложено, но просто когда еще перед нами не сформированная женщина, а еще, ну, скажем так, юная девушка. В подростковом возрасте первое, что нужно делать, это обращать внимание на свою осанку. Потому что сегодня, когда вот в нашу эпоху смартфонов и компьютеров, можно наблюдать, что совершенно там в 14, в 13, в 12 лет дети идут, уткнувшись носом в телефоны, естественно, у них нарушается осанка. А наш с вами позвоночник, и особенно шейный отдел позвоночника, это основной канал, через который получает питание головной мозг, через который получает питание кожа нашего лица. И если есть любые нарушения в шейном отделе позвоночника, деформация дисков, пережимаются лимфатические сосуды, пережимаются сосуды, естественно, ни кожа не дополучает витаминов и питания, ни наш головной мозг. Поэтому первое, на что нужно обращать внимание, это ровная спинка, которую нужно держать в любое время, даже когда мы с вами спим и расслабляемся. Самое идеальное положение для сна — это положение на спине, когда у нас позвоночник не искажается, когда мы там ложимся на бок либо переворачиваемся вообще на живот. Второй момент тоже, на который очень хорошо обращать внимание и который уже очень хорошо вводить в свою жизнь, ну, на самом деле, с самого раннего возраста с помощью родителей, ну и уже в подростковом возрасте тоже стараться, чтобы это соблюдалось, — это режим сна. Дело в том, что у нас… мы биологические существа, и мы с вами хотим этого, либо не хотим, мы законом подчиняемся природе. Прежде всего, мы с вами очень сильно синхронизированы с солнышком. Когда оно в состоянии восхода, мы с вами активны, у нас с вами очень много энергии, мы можем действовать, и эти действия, они очень такие, ну, приносят результаты. Когда солнце идет к закату, все биологические организмы, они тоже приходят в состояние более пассивное. Поэтому не случайно издревле сон начинался, но точно не как сейчас после 12. С 21:00, с 9 вечера до 3 часов ночи клетки нашего организма обновляются. Вот все, что случается после 3 часов ночи, это уже как бы совершенно невозможно сравнить с теми процессами, которые наш организм переживает в течение вот этого времени по омоложению, по самовосстановлению, по, скажем так, самоизлечению, исцелению, если это требуется. Поэтому время с 21 до 3 часов ночи — это самое ресурсное время, самое молодильное время, о котором нужно знать и которое очень хорошо приводить в свою жизнь, постепенно перестраиваться на этот режим. Конечно, я и понимаю, что, проживая в городе, это сложно, но это можно, когда, ну, как бы родители это понимают и вот эту вот привычку привносят и своим детям. Но третье, что очень важно, это двигательная активность, это воздух, это много движений, это понятно. Здесь даже не буду на этом заострять внимание. В уходе за лицом тоже уже девочкам-подросткам нужно знать азбуку. Да? Мы с вами рано учимся говорить, читать, но
И существует азбука и выходит за своей кожей, которую хорошо узнавать, чем раньше, тем лучше. Так вот, выходит за собой, существуют такие правила, я их называю правилами пяти не. Это то, что наша кожа, ну, в том, в чем нашей коже некомфортно, то, что ей делать не нужно. И самое первое правило — это по возможности не умывать лицо водопроводной водой. Опять-таки понимаю, что для жительниц больших городов сложно себе такую роскошь подарить. Но хотя бы после того, как вы умываетесь водопроводной водой, она, собственно, плоха тем, что она очень жесткая, она, как правило, хлорированная, и она очень сильно повреждает поверхностный слой кожи наш с вами, и потом следствием является всевозможная сухость, ну и какие-то такие нюансы не очень приятные, которые мы ощущаем на уровне ощущений и на уровне уже визуального каком-то видим на своей коже. Так вот, после того, как вы умылись водопроводной водичкой, можно личико протереть любым чаем, там черным, зеленым, травяным. Это уже будет хорошая возможность впитать в себя кожи, ну, полезный состав. Следующее, что не рекомендую делать, это не мыть лицо никогда с мылом. Потому что мыло, оно очень высушивает кожу, тоже очень повреждая поверхностный слой. Причем это правило имеет место быть даже в отношении кожи, склонной к жирности и жирной кожи, что особенно характерно в подростковом возрасте, потому что, ну, так прыщики, на гормональная перестройка идет, и кожа еще такая неустоявшаяся в том числе. Так вот, даже жирную кожу умывать мылом просто противопоказано, потому что когда мы с вами моем кожу мылом, мы смываем, ну, кожный жир, и наши с вами сальные железы, они реагируют на вот такой вот дефицит жира еще большим выбросом этого жира. То есть вы помыли мылом воду, высушили, помыли мылом лицо, высушили кожу, а потом она становится еще жирнее. То же самое касается и ухода за кожей всевозможными спиртовыми средствами, лосьонами, тониками. Тоже они просто им большое-большое не в подростковом возрасте, потому что кроме того, что они высушивают кожу, они тоже содержат большое количество активных веществ, которые разрушают жир. Естественный жир, который находится у нас с вами в коже. Ну, для тех, ну, как бы уже, наверное, постарше немножко, не детей, уже больше таких девушек, тоже еще одно правило: не, никогда не наносить непосредственно перед тем, как вы отходите ко сну, крем, потому что особенно те, кто склонен к отечности. Дело в том, что наша кожа, она во сне в том числе выделяет воду. И под слоем жирного крема либо масла, ну, такой случается эффект парной бани. И часто, когда мы не соблюдаем это правило, на утро просыпаемся с еще большей отечностью на лице. Поэтому за 40 минут, за час до отхода ко сну, вот это вот то самое время комфортное, когда наша кожа готова к тому, чтобы мы ее попитали благодаря, ну, с помощью крема. Но еще тоже, что не рекомендую делать, это после того, как вы умылись, не протирать лицо полотенцем. Если особенно вы после водички еще нанесли любой травяной лосьон или тоник, дайте возможность коже впитать, увлажниться дополнительно, и влагу необходимо взять и извне. Все, что лишнее, испарится, а то, что нужно, она еще впитает. Если мы полотенчиком протираем, то, соответственно, мы себя лишаем такой возможности. Очень важно, да, в подростковом возрасте обращать внимание на баланс питания и употребления воды. Ну, про воду я уже сказала. А что касается питания? Вот те самые подростковые прыщики, которые проявляются на лице, которые, как правило, у нас связываются с перестройкой гормональной. В действительности причина этих прыщей, ну, в 90% случаев это в несбалансированном питании, в отсутствии грамотного питания. Провоцирует очень сильно образование прыщиков употребление большого количества мучной пищи, крахмалистой пищи, это, например, тот же самый картофель. Та же самая овсянка, очень сильно обработанная, которая сейчас в хлопьях продается. Употребление большого количества сахара, употребление искусственных мультивитаминов. Вот если это присутствует в рационе вашего ребенка, либо в вашем рационе, я думаю, что вы можете наблюдать на своем лице какие-то, ну, неровности, прыщики и так далее. Вот желательно это устранить, исключить из рациона уже в таком возрасте. А заменить это можно наоборот продуктовым питанием, которое не только насыщает организм всем
составом минералов и витаминов, но еще и способствует хорошему очищению изнутри нашего организма, кишечника и, как следствие, кожи. И здесь номер один – это, конечно же, зелень, это, конечно же, овощи и фрукты, а из фруктов это прежде всего зеленые яблоки. Они очень хорошо чистят организм. Воду, как я говорила, самое замечательное утром выпивать натощак. Очень хорошо тоже очищает кожу изнутри вода, в которую чистая вода, в которую добавлена ложечка меда и сок лимона, где-то там на литр воды, достаточно половинки сока лимона и столовой ложки меда. Вот такая водичка, она тоже великолепно справляется с тем, что наш кишечник очищается, и как следствие очищается наша кожа. Что еще тоже можно порекомендовать? Это всевозможные сезонные овощи. Вот сейчас зимой тоже такой существует стереотип, что есть нечего из зелени, из свежих овощей. На самом деле это неправда. Потому что сейчас можно в магазинах приобрести капусту, можно приобрести морковку, можно купить редьку, репку, топинамбур. Это все сейчас продается. И из этого всего, сделав салат, заправив его, например, морской капустой заправленной, вы получите просто огромное количество витаминов, минералов, которые и насытят ваши клетки, напитают, но и очистят организм очень качественно. Ну вот эти вот моменты, которые нужно соблюдать. А что касается ухода за кожей внешнего, то очень хорошо протирать кожу, которая там есть уже какие-то нюансы, какие-то неровности, прыщики травками. Это зверобой, это кора дуба, шалфей, ромашка. Они хорошо справляются с этой функцией. Очень хорошо протирать кожу, если у вас неровная кожа, с прыщиками кожи, такая жирная кожа, просто чистым соком грейпфрута, либо разбавленным один к одному с водой. Очень хорошо справляется в уходе за кожей тоже такой более жирный и нечистый лимон. Его тоже можно разбавлять с водичкой и там в сочетании с другими любыми ингредиентами. Например, можно сочетать один к одному минеральную воду с соком лимона и тоже такой водичкой протирать личико. Это вот то, что поможет очистить кожу уже снаружи. Ну, женщинам после 25 лет, даже наверное, вот подростковый до 25 лет, я бы рекомендовала тоже обращать внимание, то, что вот сегодня Аня очень много говорила, на расслабление и на снятие мышечного напряжения. Это можно сделать просто элементарно, помассировав голову, затылок, макушку, потому что в этих частях у нас скапливается очень много напряжения, в том числе скапливается очень много токсинов, которые потом с возрастом, с годами приводят к тому, что у нас на лице образуются всевозможные возрастные изменения. Ну и еще очень здорово внести такую осознанность в свою мимику, потому что я уже тоже говорила о том, что привычка хмурить лоб, морщить брови, зажимать зубы, она как раз-таки приводит к тому, что мышцы спазмируются, укорачиваются, утягивают за собой кожу, и морщинки, складочки, они начинают фиксироваться на лице. Я могу добавить такой момент про подростковый возраст, да, если мы о нем сейчас говорим, что важно для девочек особенно, это чтобы родители оставались рядом. Родителям кажется, что в этот период дети бегут от них, и они им не нужны. Да, дети действительно в этот период опровергают авторитет родителей, и у них очень много изменений происходит внутри. Но то, как родители нужны в этот период, на самом деле даже маленькими детьми они не были настолько важны. Именно важны, чтобы они остались, чтобы дети чувствовали, вот эти не дети, даже уже подростки, чтобы они чувствовали, что они любимы, что они приняты. Но что очень важно в этот период, это вообще хорошо еще с маленького возраста, чтобы мамы перестали тенденцию стремиться идеальными мамами быть, а стали ожившими, живыми мамами, которые тревожатся, которые боятся, которые злятся, потому что именно здесь мы обучаемся тому, как мы будем проявлять и узнавать переживания.
И подростку очень важно ставить границы. У нас сейчас крайность о том, что либо очень сильные ставятся жесткие границы, либо крайность, ну, такого всеводозволенности. И тогда детям очень тяжело, когда у них нет четких ориентиров, когда они у них сбиты внутри и внешне им тоже не дают устойчивой картины мира, они в очень сильном эмоциональном хаосе находятся. А здесь важно действительно на то, что вы злитесь, то, что делает ваш ребенок, ему честно об этом говорить, принимать его, и что у него есть на это выбор, но говорить о том, что это вызывает у вас злость, о том, что вы раздражаетесь, о том, что вы переживаете, что вы тревожитесь, что вы любите, не забывать про телесный контакт. Многим самим становится дискомфортно, особенно родителям, которых самих в детстве не обнимали. И в этот период, конечно, родители и папы особенно боятся подходить к своим детям. Думают, ну как к нему уже подойти, вроде это ж уже взрослый сын или дочь. Но на самом деле, как бы они не отмахивались, не говорили, что им этого не хочется, они вообще уже выросли, и не надо им эти уси-пуси, но на самом деле им очень важно. Им важно тепло, им важно объятие, им важно поглаживание, им важно, чтобы их слушали, им важно, чтобы у них спрашивали, как они чувствуют. Те вопросы, про которые я говорила выше, чтобы люди задали себе, их важно, чтобы вы продолжали задавать детям. О том, действительно, не как они поели, никто, что было интересного за день, как он вообще живет, на что он обращает внимание. И это то, что даст опору через некоторое время, даст опору и подкрепит доверие ребенка, и тогда это в том числе поможет ему легче проявлять себя, когда подросток чувствует себя принятым, когда он чувствует к себе доверие, уважение и признание себя, тогда ему не нужно лишних подтверждений из внешнего мира, в том числе из социальных, это и гаджетов не в таком количестве будет нужно, это и с друзьями контакт у него легче будет устанавливаться. И не надо будет в таком количестве использовать краски, покраски и разные там косметологические средства. И даже если будут какие-то появляться изменения в этот период, то, чувствуя себя принятым, дети часто это не замечают и безболезненно проживают тогда и предъявляются миру. И очень многое на самом деле реализует. В них появляется такая естественная активность и желание быть собой, что очень важно вот в этот момент именно возраст. Ну, Алексей, мы, наверное, вот это вот основное, да, мы будем, может быть, добавлять уже, отвечая на вопросы какие-то. Может быть, у вас уже возникли тоже вопросы, мы готовы ответить. Типа исчерпали себя? Можно вступать? Мы могли еще черпать и черпать. Ну, хотим уже диалога. Да, диалог и отклик, какие-то вопросы. Потому что это очень широкая тема, на самом деле. Здесь очень широка. Широка страна моя родная. Да, тема на самом деле широкая, необъятная. Ну хорошо, давайте переходим так к вопросам. Вопросы мы принимаем, напоминаю, из чата Народнославянского радио. Чтобы вопрос задать, необходимо зайти в чат. В чат зайти, найти на сайте ссылочку, чат, прям так и называется, чат. Для того, чтобы сам сайт найти, в любом поисковике наберите Народнославянское радио. И после этого вы окажетесь в нашем чате славамир.орг, пока еще новый сайт не работает, так что по старой ссылке заходим. Итак, вопрос пришел в эфир от Олега из Иркутска. Здравия красавицам-соведущим. Здравомыслящим людям известно, что возраст – это не дряхлость, а статус при условии нравственной, осмысленной жизни по обычаям предков и в согласии с природой. Анна и Юлия, как по вашему мнению – старят ли женщин безнравственный образ жизни, беспорядочные половые связи или газообразная легкость в отношениях – это только на благо? Например, как поется в песне «Молодушку, молодку, гуляйте до темна, а наш бабий век короткий, глядишь, и отцвела». Благодарю. Интересный вопрос. А как же?
Что здесь можем сказать? То, с одной стороны, конечно, это однозначно влияет на разрушение женщины. И когда женщина ведет беспорядочную половую жизнь, то на самом деле это говорит о том, что внутри у нее как раз-таки все неблагополучно. И это не короткий век, который она пытается ухватить, а это боль, которую она старается заглушить. И, понятное дело, это отражение находит на внешности. Конечно, очень важно для женщин это стабильный партнер и это хорошие сексуальные партнерские отношения. И это тоже является частью женского здоровья, очень важной частью. И что касается рода, то есть важный момент в том, конечно, передача знаний и на такого есть там, поток любви, который передается из рода. Для женщины очень важна связь с ее женской линией, по линии матери. Через это женщина, через принятие своей матери, через уважение своих бабушек, через принятие их судьбы, согласие с судьбой родителей, женщина получает благословение от рода, и она, конечно, это проявляет через наполненность внутреннюю. И, конечно, отсюда появляется, как Юля любит говорить, свет сияющий, да, проявляющийся в том числе во внешнем виде. Женщине есть что передавать, что нести, чем делиться. Это в том числе она черпает из своей родовой истории. Ну и женщина, которая таким образом пытается выстраивать свою жизнь и отношения, не знаю, сложно, наверное, назвать это отношениями с различными мужчинами, она тоже находится в таком, по сути, постоянном доказательстве самой себе. Через каждого мужчину она пытается доказать себе как-то и внешне, что она востребована, что она нужна, но, естественно, что при такой смене партнеров не вступая в какие-то глубокие, настоящие, душевные, эмоциональные отношения с мужчиной, женщина не получает этого доказательства, она начинает устремляться к новому мужчине, еще раз к новому мужчине. Здесь действительно, на мой взгляд, абсолютно соглашусь с Анной, здесь разрушающая такая программа, разрушающая очень для женщин, разрушающая и внешне, и внутренне, потому что нету внутреннего гармоничного какого-то спокойствия, равновесия, а для женщины это состояние даже при ее внешней очень активности. Женщина может социально быть очень активной, может выполнять огромное количество дел, обязанностей и по дому, и во внешнем мире, контактируя с социальным миром, но при этом для нее очень важно оставаться внутри гармоничной, расслабленной, немного, так скажем, как-то так даже замедленной, чтобы слышать себя, слышать свой организм, слышать свою интуицию, которая у женщин является колоссальным ресурсом, инструментом вообще движения в жизни, принятия решений, помощи через этот инструмент своему любимому мужчине, своих детей. Женщина в таком состоянии, в таком вот движении от мужчины к мужчине, она точно этой опоры не ощущает. И, конечно же, это отражается как внутренне, так и внешне. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Как без спецэффектов разрешить тлеющий конфликт супруга, свекровь, теща? Время пошло. Еще раз прочитаю. Тлеющий конфликт? Еще раз читаю. У нас что, где, когда. Вопрос от Владимира из Мытищ. Как без спецэффектов разрешить тлеющий конфликт супруга, свекровь, теща? Для мужчины лучше это отойти в сторону и не включаться в это прояснение отношений, которое происходит между женщинами, потому что в итоге он не сможет, это не в ваших силах, это раз. Во-вторых, внедряясь в этот конфликт, вы обязательно будете оказываться на чьей-то стороне и получать агрессию с другой стороны, что вызовет через некоторое время очень сильное напряжение и агрессию у вас ко всем к ним и желание просто уйти. То есть на самом деле просто набраться терпения и занять нейтральную позицию, уважение ко всем трем женщинам, но
предлагать им разрешить конфликт друг с другом, без вас, не быть проводником. Как раз-таки третий включающийся и четвертый, включающий в такие конфликты, они в дальнейшем оказываются, наоборот, теми людьми, которые наиболее сильно будут разрушены. Остальные стороны найдут вопрос, решат. Особенно это касается женщин. Женщины через некоторое время наладят отношения и выйдут из этого конфликта, а мужчина пострадает в любом случае. Поэтому лучше для него сейчас это занять одну позицию, ее придерживаться. Нейтралитет называется. Не включение. Но поддержка эмоциональная, но поддержка чувственная со своим партнером, ну, с женой. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Как для женщин, да, по вашей женской методике, сделать так, чтобы они распрощались со стереотипами, зомбопрограммами, слезиво-идиотскими сериалами и извечной английской мечте о принце и вытекающего из этого синдрома вечного прихорашивания и накрашивания нефтепродуктами и вытяжками из тяжелых металлов, что как раз и физически, и внешне старит. Так как подмена понятий у многих женщин напрочь закрывает их сознание, и они начинают думать глазами, ушами, не реагируя на действительность и на спокойные, уравновешенные, но четкие доводы мужчин. Благодарю. Олег, ну вот, собственно, все, что мы говорили выше, это, да, это ответ на ваш вопрос. И как бы так резюмируя все, что мы говорили, так женщине слушать, начинать слушать свое эмоциональное состояние и давать возможность проявлять себе эти эмоции, как говорила Аня, дать возможность себе поплакать, проплакать многие вещи, которые не позволялось кем-то, либо самой уже внутренне не позволялось это сделать. И это можно делать через расслабление, через любые практики, техники, которые помогают расслабиться телу. Ведь у нас психика и физика, они в тесной связке. И к решению психологических проблем очень хороший путь — это двигаться через тело в определенных случаях. Как наоборот, и к решению некоторых физических проблем, например, там, лишний вес, да, грамотно движение будет это через решение каких-то психологических проблем. Поэтому вот здесь вот, учитывая одно, делая там какие-то шаги навстречу к расслаблению телесному, точно можно услышать себя эмоционально и постепенно принимать себя, любить себя, чувствовать свою важность, нужность, свое достоинство, и тогда никакие внешние атрибуты, они не понадобятся для того, чтобы себя маскировать. Тогда там, женщина будет выбирать для себя, например, накрасить глаза или губы не потому, что ей захочется спрятаться, либо играть какую-то роль, где-то увиденное, услышанное, для того, что, ну, там, просто она захочет подчеркнуть, она себя вот сейчас чувствует в этот момент времени таким образом, ей хочется это использовать. Такая осознанность придет в жизнь. Да, и еще важный момент — это партнерские отношения. Когда она качественные будут партнерские отношения, то женщины как раз-таки не захотят тратить время в сериалы. К сожалению, не знаю, здесь мечта о принцах не уйдет, так как это закладывается очень рано и транслируется через сказки. Здесь можно порекомендовать женщинам, возможно, уже известная книга «Бегущая с волками», которую уже могут девочки считать с подросткового возраста, которая как раз-таки транслирует совершенно другие интересные внутренние истории для женщин, а не принц. Английской мечте принц, да. Но сериалы, к сожалению, это не убрать, потому что здесь будет все-таки это некий социальный пласт, на который невозможно влиять только с точки зрения там, нас индивидуально, да, это целая общественная некая история. Но то, что можно сделать конкретно в ваших там отношениях или в отношениях с женщинами, это действительно вы, как мужчина, можете дать им почувствовать, что вы рядом, что вы их любите, что они ценны или она цена, и вы уважаете, принимаете ее. Через это женщина, когда это чувствует и доверяет,
доверяет мужчине. Ей не хочется тратить время на сериалы. Она не перестает мечтать о принце. Она как раз-таки хочет быть с этим человеком и скорее выходить на улицу, не знаю, гулять, что-то еще активно делать вместе. Олег, мне кажется, здесь очень все просто. Дело в том, что женщина, когда смотрит эти сериалы, она мечтает, как ты правильно сказал, о каком-то счастье эфемерном, смотрит какие-то новости из этих сериалов, следит за чем-то и так далее. То есть заполняет свой мир тем, чем ей в реальном мире, в реальной жизни не хватает. Если мужчина становится тем самым принцем, то он уже исключает интерес к другим принцам. Прилетел тот самый шмель для того, чтобы пылить цветочек. Цветочек радуется этому шмелю. Вот так вот на бабочках-птичках мы сейчас попытаемся объяснить. И в этом случае ты заполняешь ее одиночество, ее мир, создаешь новый мир. И после этого сериалы типа «Принцев» а-ля «Улю», они уже ее не будут интересовать. Ее будет интересовать уже настоящая жизнь, а что же там будет дальше. Но если ты не сможешь дальше продвинуться и из принца не превратишься в настоящего короля для нее, а она не станет королевой, то она будет смотреть сериал другие, уже про королеву. Поэтому здесь должен быть взаимный рост. Она хочет этого, ты ей даешь, она это принимает, ты даешь следующее. И в этом случае у вас получается семья. Если же все у вас строится на устоях наших предков, то в этом случае там еще все проще получается. Там все замечательно, каждый находит свое место, и тогда вот эти дурацкие сериалы они абсолютно интересовать не будут. И тебя тоже не будут интересовать всякие идиотские такие забавы, как футбол, хоккей и прочее, прочее, прочее. Ну, как-то так. Пляшем дальше. Вопрос в эфир от Жени М. из Риги. Простите, включилось только что. Есть ли знание у вас о том, почему у грудничка один месяц, уже зарастает родничок? Стоит ли волноваться? И есть ли тонкие причины этому? Жень, ну, к сожалению, что касается меня, я не могу вам помочь в этом вопросе. Я думаю, здесь специалист уже больше с медицинским образованием какие-то сможет дать рекомендации, нормально или ненормально, если вам один месяц зарастает грудничка-родничок. Мне сложно сказать здесь. Ну, здесь, да, только можно предположить, что это, если в организме, это, возможно, был переизбыток кальция, который был у вас во время беременности, да, если такое предположение можно сделать. Но конкретно, вот прям четко ответить, конечно, не могу тоже по этому вопросу. Волноваться, но здесь скорее важно проконсультироваться с врачами, которые в этом вопросе точно являются экспертами. И есть ли тонкие причины этому, но скорее всего есть. Поэтому, но их нужно исследовать из вашей истории. То есть здесь, ну, просто того, что зарастает родничок, это мало информации. Ну, и да, тут скорее нужно как-то физиологически снять эту тревогу, нормально это или ненормально, а потом уже идти в исследование причин тонких и думать об этом. Хорошо, идем дальше. Ну, по поводу родничка, на самом деле, здесь просто так невозможно что-то, на мой взгляд, так вот сказать, почему зарастает. Да множество причин есть, почему зарастает. Надо здесь более тонко, более точно изучать этот вопрос. Вопрос в эфир от Петра. Что делать со строптивой дочерью, со строптивостью дочери? Дочке 6 лет. Ту-ду-ду-дум. А как именно проявляется строптивость? Что вы подразумеваете, когда пишете «строптивость»? Потому что это может разные проявления могут это конкретизировать. Петр, напиши, что ты подразумеваешь под словом «строптивость». Как она проявляет, да, что именно она делает. И мы тогда попытаемся помочь тебе разобраться с этим вопросом. А пока ты пишешь, мы будем разбираться с вопросом от Владимира из Мытищ. Правда ли то, что люди говорят, что психологи всегда рассматривают собеседника как жертву? Голубчик попался. Так это, сразу-то клыки вырастают, длинные ногти, круги под глазами черные. Ну да, так все-таки. Психологи, давайте, колитесь. Нет. Может быть, есть такие психологи, которые из какой-то своей неполноценности идут в работу и за счет клиента пытаются эту полноценность как-то для себя восполнить, то, возможно, да, такие психологи могут рассматривать собеседника как жертву. Ну и, наверное, как бы всегда мы притягиваем к себе тех людей, которые
для нас актуальны в тот или иной момент времени. Если вы стали вдруг жертвой психолога, то, наверное, почему-то сами это спровоцировали, такую реакцию у другого человека на себя. Но мы точно жертв не ищем. Никогда не рассматривала клиентов как жертв. Ну, ты знаешь, мне кажется, лев никогда не рассматривает на тебя лоб углу, как свою жертву. Он просто ее кушает. Вот и все. Пришел к психологу, ну, значит, сам виноват. Как у нас в школе работал, а дети такие веселые, они, значит, такие выдумали всякие присказки. Ну, например, жила-была девочка, сама виновата. Ну, вот как-то так. Да, идем дальше. Вопрос эфир от Маруси. Насколько полезно промасливание тела маслами? Как лучше это делать? Маруся, спасибо за вопрос, потому что любимейшая мной тема. Я уже, собственно, столько, сколько занимаюсь вопросами естественной красоты, столько же, это уже больше 8 лет, я не пользуюсь никакими кремами, я пользуюсь маслами. Я просто абсолютнейшая фанатка масел. Я использую масла для ухода и за лицом, и за телом. И маслами теми же я смываю косметику. Дело в том, что масла, они великолепно справляются с тремя функциями. Это такое три в одном флаконе. Они здорово очищают кожу, они шикарно увлажняют кожу и они замечательно питают кожу. Но прежде чем наносить масло, если мы говорим, допустим, про кожу всего тела, хорошо очень очистить предварительно. Это можно сделать с помощью любой натуральной щеточки, просто прямо стоя под душем, водичкой на себя поливая, протирая щеточкой тело кругообразными движениями от стоп к грудной клетке и сверху от шеи тоже грудной клетки. Собственно, мы движемся по направлению лимфатической системы, лимфатических сосудов снизу вверх и сверху вниз к центру. Вот таким образом, проработав тело, сняв какие-то излишние чешуйки с тела, открыв поры, можно себя уже промасливать. Это будет просто огромнейшая благодарность в ответ тела на вот такую процедуру. Очень хороши, немножко расскажу про масла, раз зашла об этом тема. Масла, которые хороши как для тела, так и для лица. Это прежде всего такое мое любимейшее масло кунжутное. Оно подходит для всех типов кожи. Чем еще это масло замечательно? Тем, что оно является великолепной альтернативой любым кремам, который защищает от ультрафиолета. То есть, когда вы летом идете загорать на пляж, допустим, куда-то вы выехали на море, либо просто в нашей средней полосе, для того, чтобы защитить свою кожу от излишнего активного агрессивного воздействия солнышка, а здесь я сделаю оговорку, солнышко нашей коже нужно, потому что способствует выработке витамина D, но здесь нужно как бы знать меру. Солнце хорошо для кожи где-то до 10-11 часов утра и после 4 вечера, потому что в промежутке, вот как бы вот это днем время, это когда солнце очень активно и когда оно очень сильно разрушает поверхностно-липидный слой кожи, защитный тот самый барьер, и когда приводит к преждевременному старению кожи, к преждевременной пигментации кожи. Так вот, кунжутное масло, оно великолепно защищает нашу кожу от ультрафиолета. Еще одно масло, которое очень рекомендую, если у вас любого типа кожи, это масло миндальное, оно такое самое чувствительное, самое деликатное. Этим маслом можно обрабатывать кожу полностью всего тела, как взрослого человека, так и младенца. Оно вот настолько хорошо для чувствительной кожи. Оно великолепно успокаивает и разглаживает. Ну, для женщин постарше очень хорошим вариантом будет кукурузное масло. Оно хорошо именно для регенерации клеточек и хорошо для увядающей кожи, разглаживает морщинки. Очень любимое тоже мной масло авокадо, или если даже быть правильной, это масло тоже подходит для всех типов кожи и особенно для кожи жирной, потому что оно по своей структуре, по своему составу очень близко к тому жиру, который находится у нас с вами в коже. И поэтому при нанесении этого масла оно на поверхности не образует такой жировой пленочки. Если у вас вот есть склонность к более жирной коже, оно для вас будет идеальным. Еще тоже одно масло замечательное, это масло
жажаба, которое по своей структуре является не столько маслом, сколько воском, оно обладает противовоспалительными свойствами. Оно тоже хорошо для кожи любого типа, но особенно для кожи сухой, вот которая сейчас, ну как бы что у нас сейчас происходит с кожей зимой, да, она, даже жирная кожа склонна зачастую к шелушению. Вот сейчас вот масло авокадо, оно великолепно. И я люблю маслами пользоваться как бы самостоятельно, то есть каждое масло использовать отдельно, так и соединять между собой масла и еще обогащать их дополнительно витаминами. Аптечные витамины, масляные А, Е, по где-то, допустим, если взять такую концентрацию, 3 столовые ложки базового масла, туда можно добавить где-то до 5 капелек витаминов. Вот эту вот всю смесь можно хранить в холодильнике либо в темном прохладном месте и потом уже обрабатывать кожу лица и тела. Повторюсь, и смывая косметику, и очищая кожу лица, и увлажняя, и обогащая всем необходимыми витаминами, которые в маслах содержатся в большом-пребольшом количестве. Еще одну оговорку хочу сделать. Если вы будете маслами, ну, масло использовать для ухода за лицом, наша вообще кожа с вами не способна впитать жира больше, чем 0,75 граммов. Это, собственно, должна быть небольшая капелька маслица, которая наносится на ладошки, растирается между ладошками, потом уже вхлопывается по массажным линиям в лицо. Поэтому здесь не нужно злоупотреблять количеством. Достаточно немножко масла для того, чтобы поухаживать за своим лицом. Особенно это актуально для обладательниц кожи, склонной к жирности. Если у вас кожа сухая, здесь можете уже пойти на злоупотребление и чуть-чуть больше масла для себя использовать. Ну, вот такие вот рекомендации. Все. Так коротко и ясно. Хорошо. Ладно, идем дальше. Про промасленивание. Я это вот думал, как мумифицировать будет следующий вопрос. Как мумифицировать тело? Но, слава богам, не пришел такой вопрос. Алексей Тарасов задает вопрос в эфир. Уважаемые ведущие, как вы думаете, может, все проблемы с нашими детьми и девочками из-за информационного геноцида? Кто у нас задает вопрос? Владимир? Алексей. Алексей. Алексей Тарасов, да, да. Мы тоже с Аней говорили, что как такая информационная, ну, может быть, назовем это война, она естественна. То есть все социальные и внешние влияния, они безусловно оказывают воздействие, и очень мощное воздействие на формирование девочки, потом на превращение ее в девушку, в женщину. Но все равно мое абсолютное убеждение, что там существует такая фраза, да, что у меня до появления детей было множество теорий воспитания, когда появились дети, ни одной теории не осталось. Детей можно воспитывать, а можно не воспитывать, они все равно будут похожи на вас. Поэтому здесь самое главное то, что демонстрируют родители, то, как родители относятся друг к другу, какие привычки заложены в семье, как они взаимодействуют со своими родными, насколько они уважают свой род, собственно, как они отдыхают, как они работают. Вот из всего этого складывается будущая девочка, будущая девушка и будущая женщина. И если здесь заложены очень прочные основы, ну, грамотные с вашей точки зрения, то внешнее какое-то социальное влияние, оно будет, естественно, иметь место, но оно точно не будет, наверное, решающим фактором. Да, соглашусь. И большая часть проблем, она связана с неинформационной политикой, которая проводится и происходит, а с тем, что мы говорили выше. В общем, Алексей, выбрасываешь телевизор на помойку, воспитываешь детей самостоятельно, домашнее образование никто не отменял, оно государством поддерживается. Мало того, за это еще государство деньги тебе будет платить, тебе, ну, в семью, кто будет заниматься, тоже там решите, определитесь. Мама вообще, если будет заниматься, то тоже будет хорошо, она избавится от работы, будет дома заниматься своей семьей, будет берегиней. Будешь приходить, все будет хорошо, она будет не уставшая. Свои силы будет отдавать в семью, а не на чужого дядю. Смотри, сколько здесь плюсов. Дети будут под контролем, разговаривать по-женски с девочкой будет мама. Плюс ко всему, ты будешь с мальчиком разговаривать, когда он от мамы уже устанет, которая с ним уже наговорилась. Много плюсов. Так что просто занимайтесь своими детьми.
Просто занимайтесь своими детьми, и мир изменится к лучшему. Идем дальше. Вопрос от Владимира из Мытищ. Как бороться с огромным... Вот сейчас я предвижу, сейчас множество будет в сторону Владимира и так далее. В общем, как бороться с огромным количеством бутылочек, которыми битком набиты тумбочки в ванной комнаты. И все эти бутылочки не мои. Ну, Владимир, я бы не стала бороться. Ну, потому что бутылочки – это такая часть нашего женского мира. Это вот то, что я говорила про… Когда женщина, ухаживая за собой, она вершит определенный ритуал. Это такое определенное таинство, которое помогает ей не только… внешне себя предъявлять определенным образом, но это прежде всего наполняет ее изнутри какими-то ощущениями. Поэтому вот эти вот бутылочки — это скорее внешний атрибут, который создает атмосферу для женщины. Но я бы очень не хотела, чтобы мой муж боролся с моими бутылочками. У меня их много. Пусть у вас появятся ваши шкафчики, в которых будут стоять только ваши бутылочки какие-то в ванной комнате. Или ящички, в которых будут ваши инструменты, их будет много. Ну, какое-то пространство важно, в котором будет, ну, ваше место, и вы будете чувствовать, что у вас оно есть. Бороться, наверное, это бесполезно, точно. Так прям хочется спросить. Девчонки, а на какие бутылочки у мальчиков вы намекаете? Нет, ну на самом деле, вот все... Пена, душа, шампунь, соль для протирания кожи. Пена для бритья. Странно-странно. Что-то я как-то в бутылочках это особо не наблюдал. Пусть сказали девушки, у вас мальчики будут свои бутылочки. Знаете, это как похоже на призыв к такому... к скрытому алкоголизму. Вот пускай у вас будет свой бар, а у нас будет у девочек вот это. Не катит такой ответ. Мне кажется, надо здесь более так подходить, более мягко, потому что на каждую выброшенную бутылочку можно получить скалочки по головушке. Поэтому надо более мягко к этому вопросу подходить всегда и, во-первых, разбираться, а что же в этой бутылочке. Бывает так, что что-то очень полезное выбросишь. Вот я когда вижу бутылочку, я читаю, ага, химия сплошная, значит, не полезно. Я тогда эту бутылочку могу каким-то образом, ну, после, конечно, разговора определенного, убрать в сторону там, или сделать так, чтобы женщина эту бутылочку сама вылила куда-то или выбросила. Но я стараюсь сам никогда бутылочки женские не трогать, потому что чревато это многими неприятностями. Просто надо объяснять людям, что они используют, что они себе на голову льют, на тело, что внутрь льют. И тогда эти бутылочки пропадают сами из дома. Мне так кажется. А если просто бутылочки эти выливать, прятать, разбивать и так далее, вы просто включитесь в игру, а у меня еще деньги есть. Вот. А где деньги берешь? В тумбочке. А кто в тумбочку кладет? Вот, в общем-то, вы и будете класть в тумбочку. Так что ваш карман будет худеть, при этом здоровье не прибавится ни у кого. И еще климат в семье ухудшится. Вопрос в эфир от Жени М. По своему эмпирическому опыту работы с женщинами могу сказать, что природу не поменяешь. Есть социотип женщин, в скобочках, штирлицы, которые видят себя прекрасными. Почему штирлицы, я не понял, но так написано. То есть этика хромает природно. Они одеты странно, и недочеты фигуры не драпируют. Так не видит он их, так как не видит он их. И счастливо находит таких же дядек, наверное, тоже штирлицев. Зачем их менять? Стать натуральными они не смогут. Печалька, да. У них нет такой программы вообще. Факт. Проверено годами. Мной на личностях. И не мамы, папы их такими воспитали. Господь дал. Точка. Угу. Что про штирлицев сейчас скажем? Ну, здесь это просто определенное есть направление соционников, которое предполагает о том, что существуют разные социотипы. Но я не использую данное направление в работе. Это не та методология, на которую я опираюсь. И здесь нет запроса о том, что мы меняем людей. Ну, это, ну, не стоит нашей задачей. Мы работаем с людьми для того, что они хотят, и чтобы они пришли к тому, что в них внутри, и чтобы это стало для них проявлено как раз-таки, чтобы они это стали чувствовать, замечать себя. Не задача поменять или привести к этому, не дай бог. То есть это не стоит задачей нашей работы. Угу.
Вот Владимир написал из Мытищ: «Что вы смеетесь? Это правда про бутылочки». Знаю, знаю, у многих такая правда, горькая правда жизни. Ну что делать? Алексей Тарасов пишет: «Благодарю, у меня нет давно уже телевизора, у меня мама у нас берегиня» и так далее. «Что делать с остальным-то народом?» Алексей, вот когда у тебя будет детей, скажем так, 9 человек или 16, и они будут без телевизора воспитаны, будут понимать ценность мамы в доме, как берегини, будут понимать ценность мужчины в доме, они будут делать такой же мир, они будут притягивать к себе людей, которые также смогут жить. И у них, у каждого из 9 или 16 будет по 9-16 детей, они еще притянут к себе, умножая геометрическая прогрессия. Вот и изменится мир. Все очень просто. И народ станет лучше. То есть, хочешь изменить мир? Стругай себя сам. Так, идем дальше. Идем дальше. Со Штирлицами разобрались. Вопрос эфира от Петра. О строптивости, вот дополнение. В большинстве случаев она слушается, но случаются такие ситуации, когда достучаться до нее невозможно. Все делается наперекор. Дело доходит до истерик, когда стараешься с ней поговорить, она в дело пускает кулаки, приходится наказывать и ставить в угол. Далее я с женой в такие моменты просто переставали обращать на нее внимание. Ждали, пока она успокоится, чтобы начать диалог. Ну, что скажете, граждане-психологи? Ну, Аня сейчас уточнит более квалифицированно. На мой взгляд, просто девочка старается вам что-то сообщить через такое свое поведение. Ведь ребенок, подросток, так или иначе, шесть лет ребенок, который пытается, который себя таким образом ведет и демонстрирует такие реакции поведенческие, он точно говорит вам о чем-то, о чем вы не слышите. Ну и то, что пишете, да, в большинстве случаев она слушается, но случаются такие, что достучаться. То есть это ваша потребность в том, что она слушалась всегда. Здесь у меня, конечно, очень много таких вопросов идет детализировать ситуацию, потому что шестилетний возраст — это такой очень непростой, интересный момент, когда происходит, если в контексте нашей темы говорить, когда девочка начинает смотреть на папу, как формирует ее сексуальный перенос как на главного мужчину. И в этот момент у нее возникает много агрессии к матери. И этого ребенок, понятное дело, не осознает, это в бессознательном происходит, но это такой внутренний конфликт. И она начинает себя иногда, вы могли заметить, вести себя как маленькая женщина, да, как раз-таки отстаивая свое мнение, отстаивая свои границы, капризничая, обижаясь, злясь. Действительно, они могут. Но чаще всего но это должно происходить, она должна это показывать маме. Здесь важно поддержать просто, ну, в угол я бы не рекомендовала ставить, скорее удерживаться в границах того, что да, давать ей момент, не успокаивать, не кидаться ее успокаивать, давать ей время пережить свой бунт, но действительно говорить ей о том, что там вы ее папа, у вас ваша любимая жена, это ее мама, она встретит, потому что здесь такой момент слышится в этом. И вот для меня вот какой-то вопрос остался. Для действительно вам хочется именно послушную девочку во всем, и возможно тогда это ее вызов, чтобы вы ее заметили. Вот то, что мы рассказывали, не некий какой-то стереотип, какой она должна быть, а она что-то пытается проявить, какая она. Похоже, что-то про нее вы не замечаете, и она хочет, чтобы ее увидели. Хороший ответ. Здесь надо, наверное, понимать, что есть разные ситуации. Бывает так, что папа и мама иногда превращаются в самодуров и просто не замечают того, что необходимо ребенку. Я не знаю той ситуации, которая сейчас есть в семье, поэтому не могу точно сказать. И бывает, что ребенок просто копирует поведение кого-либо из родителей, а 6 лет – это полная копия одного из родителей, а может быть, объединение поведения двух родителей. Такое тоже бывает, проявляется и то, и другое, потому что еще в шестилетнем возрасте ребенок не до конца осознает себя мальчиком или девочкой, его просто называют девочкой, там, например, или мальчиком, ну так и есть. В 6 лет
уже важно, что, ну, должна осознавать это уже. Я понимаю, просто у него заложено это. У него поведение, например, часто бывает так, у мальчика закладывается поведение мамы, если мама доминирует в семье. Он осознает себя мальчиком. То есть он говорит, я мальчик, я там одеваю штанишки, а не юбочку, мне косички не заплетают. Но при этом поведение как у мамы. Я вот про это говорю. Не то, что он себя не знает мальчиком или девочкой. Вот, поэтому он, возможно, накопировался этого всего, увидел какие-то стычки между родителями, увидел, как себя ведет мама по отношению к папе или папа по отношению к маме, и поэтому так себя проявляет. И здесь очень все просто. Правильно сказал, не надо воспитывать детей, надо просто делать так, чтобы они повторяли твою жизнь. Повторяли в лучшем, поэтому делай себя лучше, и все будет хорошо. Общайся спокойно, не смотрите рядом с ребенком, да вообще не смотрите телевизор, где хоть какие-то сериалы с намеками идут на какие-то вот такие действия. Мультики вот эти дурацкие не показывать. Очень часто родители откупаются детей мультиками. А в этих мультиках как раз такая форма поведения проявлена очень активно. Даже, казалось бы, такие интересные мультики, которые вот сейчас современные российские мультики, они все скопированы, в общем-то, по большому счету, с диснеевских или с каких-то других, где проявлена довольно агрессивная форма поведения, типа Том и Джерри. Вот. Не буду называть там мультики российские, которые такие есть. Поэтому не откупайтесь от детей мультиками или какими-то телевизионными программами. Многие часто думают так. Но я пойду чем-то позанимаюсь, ребенку включу какой-нибудь канал детский, и пускай смотрит. И думают, что если написано «детский», то это для детей. Это против детей, это против семьи очень часто бывает. То же самое, как в магазин приходишь, и там написано «детские продукты». Начните читать, что там в этих детских продуктах напичкано, и вы поймете, что это отрава. Просто названо так «детские». То же самое, там хлеб бездрожжевой, например. Это есть такая марка, зарегистрировали. Бездрожжевой хлеб, она называется, большими буквами пишется. А там читаешь внутри «дрожжи хлебопекарные присутствуют» и так далее, и тому подобное. То есть обращайте внимание на тот мир, который вы создаете в семье, обращайте внимание на тот мир, куда вы ребенка отводите и что при этом происходит. Возвращаемся к тому вопросу, который до этого был, что хотите, чтобы мир стал лучше, то берите детей на свои поруки, а не отдавайте чужим дядям и тетям. Очень часто в детских садах и яслях работают те, которые женщины и мужчины, ну больше женщины, которые по каким-то причинам, к сожалению, но не смогли стать полноценными женщинами и мужчинами. Вот, ну, так случилось. И они вот свое вот это выдают на детей. А потом ваши дети приходят, и откуда такая истерика берется, откуда такой взгляд, откуда такой визг, откуда такое поведение и так далее. Занимайтесь воспитанием детей сами, и будет у детей нормальная человеческая жизнь по тем устоям, которые в вас заложены, которые вы закладываете. Хотите, чтобы дети были образованы? Образовывайте сами. Для этого сейчас есть все возможности. Все очень и очень просто. Если вы уходите от воспитания, их воспитывает тот другой, святое место пусто не бывает. Только дайте возможность. Воспитают. Воспитают новых винтиков для своей системы. Вот и все. А вы будете удивляться, почему ребенок на вас смотрит свысока или вообще с вами не общается. Ничего удивительного здесь нет. Так что вот так. Уж извините. Итак, Маруся, вопрос эфир. Как лучше поддержать волосы? Как укрепить их? Маруся, ну я скажу, да, что ну, как бы внешне волосы поддерживать, конечно, можно, но бесполезно, если ими достает что-то изнутри. Как я и говорила, как кожа у нас получает основное питание из плазмы крови, например, точно так же и волосы у нас. Их состояние зависит от того, насколько организм получает необходимое количество витаминов, минералов, насколько он чистый. Если есть проблемы с волосами, то точно нужно обратить внимание на то, что вы кушаете. Ну, в частности, из того, что можно порекомендовать добавить в рацион, если этого нет. Для женщины просто необходимы жиры, такие полезные жиры. Это для того, чтобы для построения вообще женских гормонов, и это то, что тоже отвечает за качество наших волос. Это растительные нерафинированные масла, это, например, масло льняное, масло расторопши, масло пшеницы, зародыши пшеницы, которые можно употреблять внутрь. Орехи можно добавить в свой рацион. Для того, чтобы наши волосы хорошо выглядели, им необходим кальций, цинк, фосфор, витамины группы В и йод. Не знаю, на каком типе питания вы находитесь, но, собственно, на каком бы ни находились, очень хорошо добавлять
те продукты питания, которые хорошо усваиваются, это прежде всего продукты растительного происхождения. Например, кунжут, лен, который можно перемолоть, сделать из этого кашку, залив водичкой. Вот это вот источник просто потрясающего количества кальция. Вот такое, употребляя такую кашку, вы точно поможете своим волосам. Источниками цинка тоже, которые необходимы нашим волосам. Если вы не относитесь к типу питания, там, не вегетарианка, не веганка, то это яичные желтки. Если вы придерживаетесь вегетарианства, веганства, то это бобовые, особенности, например, зеленый горох. Это орехи, опять-таки, о которых я говорила, это семечки. Это опять те же самые растительные жиры. И поэтому, ну, прежде всего, обратите внимание на то, что вы кушаете, и обогатите немножко свой рацион, чтобы волосы стали крепче. Ну, а если говорить о внешнем уходе за волосами, то замечательно воздействуют те же самые масла, про которые мы выше разговаривали. Их можно втирать в корни волос, в сами волосы, выдерживать в виде различных масочек на волосах для того, чтобы укрепить корни. Очень хорошо такие длительные масляные расчесывания, когда на гребень деревянный с такими кругленькими кончиками, чтобы не повредить кожу головы, наносится либо масло, либо эфирные масла, и вы в течение 10-30 минут расчесываете свои волосы, расчесываете корни очень хорошо, кожу. Великолепно усиливается кровообращение, и волосяные луковицы тоже извне получают очень хорошее питание. Ну и очень сильно ухудшает качество наших волос все промышленные производственные шампуни, которые содержат искусственные вспениватели, которые, собственно, основная задача которых — приводить к тому, чтобы волосы жирнились чаще и чаще, чтобы мы как можно чаще покупали эти средства для ухода за волосами. Поэтому, если есть проблемы с волосами, рекомендую постепенно переходить на более натуральный уход. Это как минимум выбирать бессульфатные шампуни, но либо вообще такой альтернативный вариант, например, мыть голову яичными желтками, горчицей сухой, разбавленной водичкой. Глина великолепно справляется с этой задачей. Белая глина, розовая глина. Можно попробовать ржаную муку тоже в качестве очищающего средства для волос. Но обязательно после такого ухода за волосами нужно их ополаскивать кислой водой. Это на стакан водички добавляете столовую ложку, ну либо там 2 столовые ложки чистого лимонного сока, либо натурального яблочного уксуса. Вот после такого ухода ополоснув волосы, они, ну, как бы чешуйки закрываются, и волосы выглядят великолепно, как после любого кондиционера и бальзама. Вот такие рекомендации я бы вам дала. Если на уровне психосоматики, да, сказать о том, что проблемы с волосами начинаются у женщин очень часто, когда они информационно перегружены, испытывают высокий уровень стресса, напряжения и эмоциональный конфликт с близкими людьми. И тогда происходит ухудшение волос, и, конечно, в эти моменты важно остановиться, увидеть это и начать поддерживать себя, приводить в спокойное состояние души, тела, и вообще, ну, вычислить этот очаг стрессовой ситуации, что вызывает такую гамму напряжения в теле, что организм избавляется от волос. То есть, ну, когда проблемы с волосами, то это очень сильное внутреннее напряжение у человека. И стресс. Еще тоже добавлю про стресс. Вообще на стресс наш организм реагирует очень определенным образом. Он реагирует как на ситуацию выживания. И в ситуации выживания он, естественно, защищает жизненно важные органы, к которым не относятся ни волосы, ни кожа. И поэтому все питательные вещества, которые необходимы коже и волосам, организм просто оттягивает от волос и от кожи, направляя их к жизненно важным органам. И поэтому во время стресса у нас очень сильно выпадают волосы, и очень сильно ухудшается качество кожи. То есть, другими словами, если ваши волосы часто встают дыбом, то в этом случае они когда-нибудь устанут от этого, просто уйдут. Да. Не доводите себя до этого состояния. Так, да. А если вдруг встали и ушли, то вовремя остановитесь, чтобы не потерять последние. Купите новый гребешок. Может быть, он им понравится, они вернутся. Да. Елена 777, вопрос в эфир. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь глицерином, который продается в аптеке? Это первая часть вопроса.
Лена, я не пользуюсь глицерином, потому что я вам уже говорила о том, что самое важное, что нужно нашей коже, это увлажнение. А вот средства с глицерином, они вытягивают влагу из кожи. То есть, нанося любой крем с глицерином, вы способствуете тому, что он, как губочка, начинает, наоборот, вытягивать из кожи глицерин. Поэтому для кожи это точно не есть хорошо. Но прежде всего я сейчас говорю про кожу лица. Допустим, в качестве защитного фактора есть такое понятие гидрофильных, гидрофобных средств, кремов, которые защищают, покрывают особой пленочкой защитной нашу кожу и защищают кожу от воздействия, агрессивного воздействия, допустим, если вы там пользуетесь для мытья посуды какими-то, ну, сильными средствами, там отмываете, допустим, жировые какие-то налеты либо ржавчину, то в этом случае, конечно же, можно использовать для того, чтобы наоборот предотвратить попадание каких-то вредных веществ на кожу, но для ухода за лицом точно нет. Понятно. Значит, если вы не пользуетесь глицерином, который продается в аптеках, и маски не используете, тогда продолжение вопроса такое. А вообще какими-нибудь средствами из аптеки вы пользуетесь, которые в аптеке продаются? Я пользуюсь. Во-первых, очень многие масла базовые я покупаю в аптеке, но только в хороших проверенных аптеках, естественно, тех производителей, которым я доверяю. Потом великолепный вариант покупать в аптеке, если у вас нет возможности самостоятельно собирать травы, покупать травки в фильтр-пакетах, и потом эти самые фильтр-пакеты заваривать, использовать для ухода за своей кожей, протирать ее, очищать, увлажнять. Вот этими аптечными препаратами я точно пользуюсь. Очень хорошо, например, из аптеки мумиё, если вы знаете, да, вот хорошие маски из мумиё для кожи, тело для борьбы с растяжками, вообще для разглаживания морщинок, вот в составе различных масочек мы ее великолепно использовать. Например, тот же самый аспирин, который я, ну, как бы сразу предупрежу возможные вопросы, я лекарства не принимаю, то есть я там даю возможность своему организму переболеть и отпустить какие-то вещи, которые накопились внутри. Но вот, например, тот же самый аспирин, который для приема внутрь я не приемлю, для ухода за кожи он неплох. Например, в масочке в сочетании с медом аспириновая такая маска, она очень хорошо сужает поры. И тоже, например, такая маска поможет тем женщинам, у кого кожа более жирная, у кого кожа пористая, и особенно в тот момент, когда нужно ее привести достаточно быстро в состояние такой боевой готовности, ну, когда, что называется, гости на пороге, когда вы куда-то идете, собираетесь, вот такая масочка хорошо с аспирином. Вот такие вот средства, такие вот всевозможные травки точно я покупаю, масла покупаю, ну, вот то, что перечислила, тоже использую. Ну, и, как ты говорила, масляные витамины АЕ, я их тоже приобретаю в аптеке. Вот это вот то, что я использую. Хорошо, идем дальше. Вопрос от Владимира из Мытищ. Что за косметика такая с экстрактом зародышей или плаценты? Это технологии адских сил? Ну, экстракт зародышей и плацент — это как бы разные совершенно вещи. Допустим, экстракт зародыши пшеницы — это масло бывает. Зародыши пшеницы, и оно великолепно для ухода за кожей. Это масло, которое делается из растений, из натуральных составляющих изначально. А что касается плаценты, естественно, здесь искусственные вещи добавляются. Я такую косметику не использую, ну и не рекомендую никому из тех женщин, которые приходят ко мне за консультациями на обучение. Потому что это уже как раз-таки из разряда такой производственной косметики, химической, как я ее называю. Как, например, и гиалуронка, которая сейчас там продается тоже, и различные многие другие кислоты, которые просто в погоне за какими-то уже разрекламированными средствами начинают выпускать продукцию, и женщины на это ведутся. Сейчас очень много можно встретить марок косметики, которая пишет «эко», но далеко не является никаким. В составе этой косметики препаратов действительно натуральных, растительных очень-очень мало. Поэтому тут нужно просто внимательно читать этикетки. Понимаешь? А вот у нас в эфире была такая косметика, вернее, не косметика, а производитель косметики такой эко, где реально производится все из натуральных продуктов, где не просто пишется
а на самом деле там это присутствует. И тоже есть. Да. Смотри, нужно понимать, что ты приобретаешь, и для этого читать, повторюсь, этикетки. Угу. Так, а вот Елена 77 заинтересовалась. А в какой пропорции аспирин применяете? Одну таблеточку аспирина растираете с водичкой, разводите, добавляете чайную ложку меда до состояния такого порошкообразного, состояния густой сметаны, и наносите похлопывающими движениями на кожу. Ни в коем случае не растираете по коже, потому что частички аспирина, они все равно будут достаточно крупными и могут повредить поверхностный слой кожи. Наносите на 10-15 минут, потом смываете теплой водичкой и протираете сверху лосьоном, травяным тоником, и в идеале еще потом наносите на кожу какое-то базовое масло. Вот такой вот уход будет очень хорош для кожи. Он великолепно благодаря маске очистит кожу, раскроет поры. Травяным лосьоном вы увлажните кожу, а маслом уже завершите уход, напитав ее необходимыми элементами. Ну и обеспечив ей такой необходимый, тоже усилив ее защитную функцию. Хорошо. Читаем дальше. Реплика от Жени М. Пора развеять миф о женственности. На это сейчас деньги люди делают. Нести себя любой важно. И культура внутренняя природно дается сверху. Семья дополнит или разобьет. Что сложнее? Прям такой японский стих получается у нас. Я, насколько понимаю, Женя, вы имеете в виду женственность такую далекую от какого-то внутреннего ощущения женщины себя женщиной, потому что, на мой взгляд, именно ощущение себя женщиной прежде всего и дарит уже возможность женщине проявляться внешне как женщина. Это и есть ее женственность. Из этого она складывается. Сколько я понимаю, вы говорите о том, что как бы на эту тему очень много такой профанации идет. Да, если это про это, то, конечно, это миф, и об этом мы в том числе говорили, что не внешние какие-то атрибуты женственности делают женщину женщиной, а ее проявление, я бы не совсем согласилась, что себя любой, скорее на моем языке это быть собой и быть разной, и это правда очень важно, потому что как только женщина фиксирует себя и пытается контролировать в какой-то одной роли или в одном состоянии, то через некоторое время у нее происходит еще больше внутренний конфликт и стресс. И напряжение, которое отражается на всю ее семью, в том числе, конечно, на партнера. Вот. Концовка не совсем для меня понятна, что человек имеет в виду. Семья дополнит или разобьет, что сложнее. Ну, непонятно, это вопрос или ваше утверждение. Ну, в общем, да. Всеслава, так, вдогонку. Девочки, а вы скажете об оливковом масле? Оно доступно, пользуясь во все места тела? Ну, если оливковое масло качественное приобретаете, нерафинированное, холодного отжима, замечательно. Если ваша кожа лица, так как везде ей пользуются, принимает на здоровье. Например, моя кожа моего лица, для него оливковое масло тяжеловато, для тела использую с удовольствием. Там для ухода за кожей, шеей и подбородка тоже масло, оно великолепно оливковое, потому что здесь кожа такая более грубая относительно кожи лица. Но если ваша кожа принимает на здоровье, пользуйтесь, это замечательно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Какие события в жизни женщины могут пробудить ее к самостоятельным выводам и решениям, которые и привели бы ее к реальным действиям, приводящих настоящую женщину к настоящей красоте, в том числе и красоте одевания, то есть юбки, сарафаны, платья, а не потертые реальные, как у бичей, джинсы, короткие волосы нереальных ядовитых цветов, пирсинг, татуировки и прочий балласт цивилизации, который приводит даже бывалого мужика-охотника в ужас. Благодарю. Но то, что называете балластом цивилизации, да, вот это все то, что вы зачитали, это, конечно, говорит о том, что вот то, что мы, да, вначале я говорила про высокий уровень пережитых травм у данного человека.
в том числе детский, подростковый возраст и уже взрослый период. Если события, которые, ну, здесь через побудить, призвать к этому я не могу сказать, но скорее могу ответить по-другому, что через какие события женщины этими вопросами задаются и начинают работать над собой. К сожалению, это, конечно, чаще всего печальные события. Это когда они теряют своих мужей, когда они сталкиваются с войной своих супругов. И только тогда они начинают задаваться вопросом, что вообще они что-то для этого и очень много часто сделали для того, чтобы их мужчины ушли к другим женщинам. Это потеря детей или рождение детей и отсутствие сил их врастить. Не физическое, не материальное, а эмоциональное. Когда ребеночка, которого они ждали, они понимают, что уже его такого маленького они ненавидят. И это их пугает, потому что они понимают и осознают, что это ненормально. И тогда они ищут причины в этом. К сожалению, когда в подростковом возрасте дети уходят от семьи или попадают в сложные очень ситуации, какие они забрасывают школы, попадают в разные криминальные ситуации, отказываются учиться, либо это сложности сексуальной жизни у подростков, в том числе ранней беременности, и когда мать начинает задаваться вопросом вообще, что происходит в ее семье и как на самом деле, что она сделала, потому что, как правило, это очень взаимосвязанные вещи. Оказывается. Ну, еще даже чтобы дополнила, вот если вопрос, Олег, если какой-то из личной, вопрос из личной сферы, да, то есть касающийся какой-то вашей личной истории, то мне кажется, что в ситуации очень важно, чтобы эта женщина была услышана тоже своим мужчиной, замечена им, потому что все вот эти вот внешние атрибуты используются, ну, в разном возрасте, не только подростками, но уже и взрослыми женщинами для того, чтобы либо закрыть что-то очень глубокое, то, что внутри переживается, как Аня сказала, да, из травмы очень многие ситуации рождаются, так и наоборот, чтобы через какие-то, может быть, нелепые внешние проявления прокричать о чем-то. Это вот немножко, на мой взгляд, вопрос схож вот про ту 6-летнюю девочку, которая пытается родителям о чем-то рассказать, а они не слышат. Очень здорово, если с таким человеком окажется человек, который обладает чутким слухом, ну, таким психологическим, эмоциональным, и даст возможность, во-первых, примет женщину, какой бы она ни была в данной ситуации, даст возможность ей быть настоящей, проговорить, почему она это делает. И да, еще такой вопрос, не вопрос, точнее ответ, да, на вопрос, когда женщина начинает задаваться этими вопросами, приходить к себе, это когда она понимает, что она перестает чувствовать вкус жизни, цвет жизни, ощущать, то есть попадает в такое депрессивное состояние внутреннее, и не клиническую депрессию имею в виду, а ощущение. И вот эта потерянность, растерянность и ощущение, что что-то не, вот тревога за себя тоже подталкивает. И из ресурсных это, конечно, желание быть для своего партнера, женщины, которую любят и которую уважают и ценят. Это из таких позитивных, так сказать, мотивации, это когда женщина задумывается о своих детях, и она хочет дать, и тогда она тоже начинает работать над собой, понимая, что вот сейчас очень многое от нее зависит, что она может сделать для своей семьи. То есть, ну, такой процент женщин, которые, ну, такие осознанные и занимающиеся работой над собой для того, чтобы не уйти от чего-то, а прийти как раз-таки к ресурсам. Тоже такая сторона жизни есть, когда женщины идут за ресурсом для того, чтобы поделиться со своей жизнью, близкими людьми, и в том числе более качественно чувствовать свою жизнь, ощущать, вот так сказать. Угу. Женя Макарова такую реплику вбрасывает. Внутренние комплексы с детства не просто убрать, а, как правило, не каждая женщина это хочет. Женщине надо родиться. Женщинами мы рождаемся по факту нашего рождения, и это передается нам. А вот в том, что это не просто, это правда. В том, что это не каждая женщина, и это действительно на такую смелость. Не все женщины обретают, и многие на полпути это бросают. Это тоже правда. Но женщины мы изначально есть, и к этому возможно прийти. И это на самом деле не настолько тяжелый путь, как это кажется сначала.
Но это правда, много усилий нужно вложить и труда в себя для того, чтобы к этому прийти. Но мы женщины по праву нашего рождения. По факту рождения, да. Ну что ж, теперь такой у меня вопрос, теперь я начинаю вопросы задавать. 10 вопросов задаю я. Мне вот все время, когда мы здесь общались, вы сначала говорили, потом отвечали на вопросы, возникал мучающий меня давно вопрос. Так почему же женщины боятся своего возраста? Почему женщины хотят выглядеть моложе? В чем суть этого желания, в чем суть этого страха с точки зрения не просто так, ну вот мне так кажется, а с точки зрения именно естества, естества пребывания в этом мире. Вот как вы думаете? Женщины хотят быть любимыми, чувствовать эту любовь, хотят быть востребованными, чувствовать свою реализацию, и они боятся это потерять и боятся оказаться без этого. Ну, а так как... что значит невостребованное? Вот сразу такой встречный вопрос. Невостребованное — это оказаться ненужными, ненужными вообще как никому. То, что я говорила, страх быть отвергнутыми, ненужными — это очень сильная потребность. Почему женщина, функция заботы часто ассоциируется с женщинами? Потому что это внутри есть. Женщины заботятся и отдавать, передавать. И женщинам очень страшно оказаться в ситуации, когда с ними не будет никого, кто бы на них и обращал внимание, и кто бы у них что-то просил. Брал. И у нас тоже в обществе такой стереотип, как бы одиночество в старости, когда женщина, которая ну, возрастная уже там, за, наверное, 60 даже лет, она ну, страх остаться одной в этом. Женщина не совсем, наверное, ощущает свою силу и ресурс этого возраста, когда прожита жизнь, когда накоплен просто колоссальный опыт, которым есть возможность делиться. И не обязательно эти знания передавать, так скажем, только ближайшему окружению, потому что ну, бывают разные ситуации, когда у женщины нет детей, когда у женщины ну, уходит муж ее раньше, чем она из жизни, да, но точно женщина может делиться этим опытом с другими. И очень важно найти в себе вот то чем можно, что можно нести, что можно передавать, и тоже опираться на это. И здесь еще важный момент в том, что женщины часто живут, только делая для других. Для детей, да, наоборот, отдавая чрезмерно, но ничего не делая для себя. И тогда именно у этих женщин этот страх очень сильный. Потому что какой-то придет момент, когда их дети вырастут, когда их отношения с мужьями перейдут на другой уровень. И если они не позаботились о качестве партнерских отношений в их там 40 лет, 50, то 55-60 у них могут быть очень сложные отношения. Как правило, 45 уже очень сложные отношения и да, перестают существовать. И тогда женщина оказывается в такой некой изоляции внутренней и социальной. И тогда ей страшно. Тогда единственный момент, за который она ухватывается, это внешность. Это то, чтобы быть молодой. Как некое такое воспоминание в прошлое, знаете, такой момент закинуть себя, что тогда, вот когда я была молодая, была всем нужна. А ведь это не в том дело, в том, что она была молодая и нужна, не только в этом. И она пытается это для себя, такую установку внутри сохранить. Вот если я сохраню себя, то тогда я буду востребована, нужна. И такие женщины тоже очень часто цепляются, если их дети за своих детей, они очень сложно отпускают их, потому что это тоже возможность себе продемонстрировать свою нужность. А дети вырастают, уходят, и женщина очень сложно с этим бывает справляется. Я так слышу, как будто проповедники современной цивилизации, современного образа жизни об этом не рассказывают. Я-то задал вопрос в другом. Когда отвечали вы, я услышал, вот передать свой опыт. Но для того, чтобы передать свой опыт, не надо выглядеть молодо. Опыт? Какой передавать опыт? И о том, что общаться, для того, чтобы общаться с внуками, тоже не надо быть, выглядеть молодо. О какой востребованности мы тогда говорим? Алексей, женщина, когда молодая, она чувствует большую свою нужность. Она ощущает... Нужность кому? Внимание. Ну, кому? Мужчинам. Для чего?
женщине важно чувствовать в любом возрасте в том, что она желанна, любима. То есть проявлять сексуальность 99 лет, 120 лет. Ну, не здесь не... Ну, знаете, есть женщины, которые 80 лет сексуально сохраняют активность и прекрасно еще молодые. Я счастлив за них, я про другое говорю. Мы сейчас не будем вспоминать песенки советских времен про вдову и пионера. Я про другое. Я к тому, что все-таки у нас сейчас в нашем обществе, на мой взгляд, присутствует явная подмена понятий «красота» и «сексуальность». Девочки современные одеваются сексуально, думая, что это красота. Женщины в возрасте продолжают одеваться сексуально, думая, что это красота. Современные бабушки, которые появятся в ближайшее время с наколками, татуировками на висших ягодицах и не умеющие готовить пирожки, они тоже будут пытаться одеваться сексуально, топики и все прочее, при этом будут думать, что это красота. Подмена понятий произошла. Да? Красота, красота и сексуальность – это разные вещи. У нас сейчас сексуальность вываливает наружу, на улицу, вместо того, чтобы быть дома сексуально для своего любимого человека. И в этом случае происходит, помимо подмены понятий, рассеивание своей энергии на всех остальных. Женщина одевается сексуально на работу, а домой приходят растрепанные, изнеможденные, сбрасывают с себя все эти наклейки, с себя вот этот слой штукатурки сбрасывают, и становятся такими, извините, лохундрами, на которые мужик уже не хочет взглянуть, потому что он сам уже насмотрелся этих сексуальных там картинок на работе и пришел, вернулся туда, где у него сексуальности уже этой нет. Вот о чем я говорю. Для кого быть сексуальной? Для чего быть сексуальной? Может быть, здесь произошла более глубокая подмена понятий? Может быть, женщины пытаются себя реализовать не в том, что им свойственно, и отсюда многие проблемы возникают в нашей жизни? И в частности у женщин, у самих. Вот то, что Алексей говорила Анна, когда женщина в молодом возрасте, да, она чувствует себя более, там, скажем, востребованной, и ей важно быть, чувствовать, ощущать рядом мужчину, и это не зависит от того возраста, сколько там да и лет. Здесь скорее речь идет о какой-то внутренней такой эмоциональной теплоте, когда женщина не на уровне сексуального, да, обмена с мужчиной реализует себя, когда она действительно, ну, эмоциональную близость ощущает с мужчиной. И эта эмоциональная близость женщине нужна, естественно, в любом возрасте. А потом действительно происходит подмена понятий, то, что вот вы говорите. Я думаю, что если мужчина осознает себя мужчиной, в этом случае он и проявляет себя как настоящий мужчина, а не как просто подъюбочник какой-то, который ни одну юбку мимо не пропустит. Так вот, нет осознания ощущения себя у многих женщин, нет осознания ощущения себя женщинами. И в этом я согласна, что в этом происходит подмена между ощущением себя женщиной, что только идет вопрос в сексуальную женщину. А я скорее то, что Юля, да, ну, то есть перевела момент про эмоциональную чувственную сторону. Это не равно сексуальности. Да, да, я согласен. Но в первую очередь, если уж так все расставлять по своим местам, мы, наверное, придем к чему-то более глубинному, к какому-то более правильному естеству. И тогда, может быть, многие вопросы станут на свои места. Когда же все станет на свои места, то в этом случае меньше будет стресса, волосы будут крепкими, они не будут становиться дыбом каждый раз. В этом случае женщина будет красива, привлекательна. Для своего мужчины, а не для всех подряд. Она не будет тратить энергию на улицу, она будет тратить свою энергию на дом, на очаг, на детей, на внуков, на своего любимого мужа, на своих любимых детей, на своих родичей. И тогда, в общем-то, наверное, и сохранятся вот эти вот многие функции, да, более, так сказать, отдаленных по возрасту времен. И привлекательность ее для своего любимого не пропадет. Потому что, ну, как она может быть привлекательна, если она пустышка? Вот я же говорю, уходит женщина на работу, такая вся обаятельная, сексуальная, все хорошо. Мужчина ушел. Там они такие подтянутые, все такие прям спортивные, уси-пуси и так далее. Домой возвращаются, и все. Он в тапочке, она в халат. И на этом все заканчивается. Что там уже смотреть-то? Он уже и телевизор-то сил нет смотреть у него там. Он уже вымучился все. Не то, что на эту, которая в бегудях бегает, уже закручивает волосы, чтобы завтра опять перед своими соратниками, сослуживцами прийти опять сексуальный.
Вот о чем я говорю. Говорим про то, что очень сильный разворот произошел, показать внешне, показать определенную картинку. Очень многие стали, в чем там соцсети это транслируют, да, о том, что люди очень много выкладывают на показ. Жизнь стала как будто вот показать, а внутренней жизни, настоящей, стало очень мало. И это, ну, грустно наблюдать, но к этому можно вернуться. И к этому есть интерес у людей, слава богу, и люди к этому идут, возвращаются. Это вот про предыдущий вопрос, что это путь, который и непростой, но в то же самое время, если у женщины есть желание на него остановиться, то точно ее ждет успех внутренний прежде всего. Я именно про то и говорю, когда она задает вопросы, а как быть? И ссылаются на то, что нам готовит, так сказать, цивилизация. Так, ну как быть? Вы просто не следуете тому, что вам не нравится. А у нас получается следующее. Я буду следовать цивилизации, но я буду с ней же пытаться каким-то образом сражаться. Ну как это можно? Если вы сражаетесь, вы ее разрушаете. Разрушая цивилизацию, которой вы сами следуете, вы разрушаете себя. Вы для начала осознайте, что к чему. Поймите, какой ваш путь в жизни. Поймите, что вам надо. И уже только после этого можно что-то предпринимать, какие-то действия в этой жизни. А иначе будет полный кавардак. Вы будете уничтожать сами себя. Я помню свое такое детство. Это, кстати, Смоленская область, деревня. Я там присутствовал. Ну, все, расскажи. Недалеко от Ельни. Недалеко от Ельни. Вот. И прекрасно помню, как там выглядели женщины, которые никогда не входили в штанах. Никогда не ходили в штанах. Насколько они были отличимы от мужчин. Насколько они были красивы. Не сексуальным, не маленькому мальчику, до секса было еще далеко в мечтаниях. Насколько они были красивы, и это были женщины, по моим летам маленького мальчика, уже такие тетки, взрослые бабушки, они были красивы, с ними было приятно поговорить, с ними было приятно пообщаться, на них было приятно посмотреть. Вот это красота. И мужчины были мужчинами, такими настоящими мужиками. Ну да, мешало там. Конечно, то, что покуривали, попивали, и многих на кладбище отправили раньше времени. Но суть в том, что было различие, было распределение, было понятие, и была красота, была сексуальность. О сексуальности никто не говорил. Никому в голову не приходило, чтобы идти, например, по деревне, накрасившись как-то еще и там что-то еще. Приезжали из города девчонки, так их срамили. Это называлось срамотой. Что ты срамоту там такую показываешь свою? Ну-ка иди переоденься. Там, ну, бабуль, ну там, тёть, ну чего ты так? Иди, иди, а то там в райцентр на танцы не пойдешь. Вот это все было. И это было нормально. Это был какой-то взгляд нормы на жизнь. Женщина должна быть женщиной, девушка должна быть девушкой, а не лохундрой, не шалавой и так далее, тому подобное. А сейчас у нас все наоборот. Поэтому хотите изменить мир, для начала осознайте все это. Для начала поймите для себя, что сексуальность она нужна для определенных целей. Красота, она нужна вообще по жизни. И в сексуальности есть красота. Но не надо сексуальность накладывать на красоту сверху, на улицу ее нести. Вот в чем речь. И тогда у вас все будет хорошо, и кожа будет молодая, и волосы будут длинные, крепкие, здоровые, и глаза будут светиться без каких-то там подкрашиваний, и губы будут яркие, красивые. Живите по тому, как должны вы жить. По тому естеству, которое должно вот в вас присутствовать, и которое не надо разрушать. И все будет хорошо и замечательно. Вот о чем идет речь. И тогда уже женщины не будут бояться своего возраста. Это будет просто глупо. А чего мне бояться? Тогда они будут не дряхлые, а с точки зрения старые. Старые – это значит, старый – это получивший утверждение Бога, живущий на земле, и рекущий это. То есть мудрец, не дряхлый, а старый. И тогда у нас старость не будет с дряхлостью путаться. Дряхлость это одно, а старость – это другое, это мудрость. Вот это вот наша древность. И если мы ее не понимаем, то мы себя обкрадываем. А обкрадываем, когда нас что-то не хватает, мы хватаемся за что-то другое, как щука хватается за блесну, потому что рядом рыбки нет, которую сожрать можно. Вот и вся проблема. Где она потом оказывается, эта щука? Ну ладно. Итак, мы с вами все вопросы озвучили. У нас в заключение такая, на мой взгляд, хорошая традиция, когда каждый из говорящих желает что-либо тем, кто его слушает, какие-то очень хорошие пожелания, исходя из темы, почему женщины боятся возраста. Предоставляю вам микрофон, отхожу в сторону.
Но самое главное, вывод, по-моему, сегодняшней нашей такой многочасовой встречи — это то, что нужно любить себя, уважать себя, поворачиваться к себе, к своей природе. И если говорить про родителей, то вот именно из этого состояния и качества воспитывать своих девочек, воспитывать их будущими девочками и женщинами, не рассказывая на каких-то там примерах внешних, а прежде всего демонстрируя самой мамой вот этот пример в отношениях с папой, в отношении к себе самой. Ну и тогда, наверное, не будут такие темы вообще возникать, как темы со знаком «вопрос», потому что это будет естественно. Вот этого я желаю каждой женщине, вне зависимости от того, в каком возрасте она сейчас находится, потому что повернуться к себе никогда не поздно. Мне хочется пожелать главного соприкосновения с собой, нахождения себя и обращения действительно к своей жизни, к своей семье, к своим детям. И вот научиться это беречь, ценить, любить любой период своей жизни, и сложный, и радостный. Не стремиться сделать жизнь только хорошей, не бежать от всего плохого, а увидеть жизнь разная. И нам нужно каждый период, и от рождения до самой смерти мы их не просто так проходим. И вот научиться уважать, ценить каждый период, отрезок своей жизни, зная, что он неповторим, и в нем есть то, чего в другом не было, а в другом не будет. И вот что-то сейчас в вашей жизни происходит важное, ценное, которое никогда не повторится. И вот это беречь, любить и дорожить. Ну и, конечно, проявлять. Благодарю вас за участие. Они здесь пишут, что последний вопрос забыли озвучить. Ну, к сожалению, уже вопрос я не озвучу. Прощаемся мы. Напоминаю, что по одному из современных календарей 14 декабря 2016 года, среда. Кстати, если будут вопросы, то означает, что надо позвать заново наших уважаемых ведущих, авторов, для того, чтобы им эти вопросы задать. Так что пишите в студию, пишите. Вот пригласите еще разок вот тех-то, тех-то. Мы им еще хотим вопросики позадавать. А по одному из старинных календарей, 4-й день месяца белого сияния и покоя мира, 7525-го лета, шестица. Почему женщины боятся возраста? Вот такая была тема в виде вопроса. И много было дано ответов. А ответы давали Юлия Ковалева и Анна Акчурина. На сим я с вами прощаюсь, друзья мои. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.